эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 апреля 2016 года, четверг. По одному из старинных, 37-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета, седмица. Кто отмечает по одной из староверческих традиций День Митры Спасителя, тех я с этим и поздравляю. Наш эфир будет посвящен теме, что такое варны и как они проявляются в людях. Очень много мы говорим про предназначение, про варны, про касты, да про что только не говорим. И вот пришло время, наконец-то, разобраться с одним из этих вопросов. И будет нам в этом деле помогать разбираться Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия, Алексей. Здравия всем Радовичам. Рад слышать всех в эфире. Ну, согласись, тема, в общем-то, довольно интересная, и часто возникают вопросы, например, а к какой варне я отношусь? А что такое вообще варна? А имеет ли отношение варна к тем варнам или кастам, которые известны в других странах, за пределами России, там где-нибудь в Индии, ну и так далее? И как определить, к какой варне относится мой ребенок, например, да? Встречались такие вопросы? Ну, такие вопросы встречаются достаточно часто. Вопрос, наверное, даже не в том, что вот те или иные вопросы встречаются, а дело в том, что, как сказать, мы же все в той или иной степени страдаем чем? Чувством собственной важности. Что сие значит? Это значит, каждый из нас хотел бы по социальной иерархии подниматься выше и выше, и, в общем-то, ничтоже сумнящись, в общем-то, вполне посчитает себя дееспособным заменить и сидящего на самом большом стуле. Вот, но когда доходит до каких-то более-менее как бы качественных проявлений, которые хотелось бы получить от человека, как правило, этого не возникает. Как один из товарищей наших, ну там, другов достаточно сведущий. Вот он тоже небольшую группу ведет в одном из южных городов, и, собственно говоря, я там периодически тоже проявляюсь, провожу семинары там, ну, для внутреннего, скажем, круга. И вот он как-то рассказывает, собрал, посадил, ну, типа, расскажите, кто там себя к какой варне причисляет, и как вот сами себя-то. Ну, так получилось так, что ни тружеником, ни хозяином там весь, никто себя особо не захотел признать, а все там как бы, ну, минимум витязи, а скорее всего уже ближе к ведающим. То есть жрецы, ну, прям поголовно, да? Один, ну, к одному. Да, даже жрец это как бы, ну, вот такая условно общая составляющая видовского сословия, можно так сказать. Ну, жрец – это как вот звание жреца или там посвящение на обряды деяния, получающий человек, он оказывается в той или иной степени в этой касте. Ну, так и он задал вопрос, так вы что можете там, что за вами есть? Вот условно труженик, вот он примерно так может быть. Ну, мы сейчас будем это проговаривать. Веся примерно так. Но оказалось, что все даже не являются, назовем так, специалистами в той или иной трудовой деятельности, чтобы как бы позиционировать себя хотя бы на этом уровне, на уровне труженика, который прошел определенный уровень развития и может выступать, по крайней мере, на копу, может быть, допущен. Ну, вот, поэтому оказалось, что это дело. Слышно нормально меня? Да, слышно хорошо. В общем, я понятно. Здесь многие люди стараются представить себя некими сказочными, былинными такими персонажами, которые просто им нравятся, потому что они симпатизируют им. Ну, все хотят быть защитниками земли русской, все хотят доносить что-то светлое, доброе, все хотят быть ведущими, знающими. Но на деле вопрос, а так ли это есть, да? На деле вопрос, да. И, как правило, оказывается, что это не так. Почему? Потому что
как сам по себе обычай, как родовой искон нас учит, что каждый человек, родившись, он изначально имеет в себе начатки всех четырех варн. Но какая-то одна из варн, варновых проявлений, она является для него основной. И по большому счету она и выводит его по жизни. Если, как мы сразу просто немножко перескочим через варну условно отружеников до ведающих. У ведающих подразумевается, что у них признаки всех четырех варн должны быть проявлены. То есть, либо это есть дар изначальный, ну, имеется в виду по наработкам прошлых жизней, прошлых воплощений, либо проходит достаточно долгий жизненный путь, путь поучения, и человек, вот раскрывая в себе эти все дары, он становится ведущим. Почему? Потому что ему понятен ход практически любой варны, и он ее в достаточно большой степени может и проявить, и как бы научить. Почему? Потому что ведающие как таковые, они, одна из основных задач их – это обучение всех остальных варн. Вот. И, собственно говоря, недавно общался с нашим архитектором, нашей зодчей Марина Макарова. Она вот, кстати, на радио нашем тоже выступала уже неоднократно, насколько я помню. Вот она, разбирая это, она говорит, да, что по сути раньше вот селились в селении, да, витязи в своем уделе, ведающие в своем уделе, труженики в своем уделе, веси в своем уделе. И, собственно говоря, это была такая, как коллективная составляющая, сословная, и в то же время от каждого сословия были представители. Вот почему, когда мы разбирали копное право, а мы его вроде и не разбирали полноценно еще. Нет, полноценно мы с тобой до этого еще не дошли. Нам еще предстоит, да, я так чувствую. Да, да. Ну, я просто, видишь, у меня это немножко круговерть постоянных бесед идет, поэтому просматриваешь. А на эфире, да, я вспомнил, что у нас это было заявлено, и копное право, и принципы устройства общины. Это вот у нас, наверное, как раз ближайших две беседы, которые мы там этот сезон, наверное, это лето будем уже прикрывать, на летний режим переходить. Посмотрим. Вот, и, соответственно, ведающие, да, как таковые, говорю, они, с одной стороны, занимаются чем? Постижением очень долгим, длинным и тяжелым. Почему? Потому что с каждым уровнем посвящения, даже вот у нас, условно, общинник, как вот он становится радеем, ну вот по степени духовного восхождения. Я просто расскажу, чтобы у людей не было тех иллюзий потенциально, что условно завтра они проснулись, и вдруг великое ведание стало им доступно, и они там уже вышли и начали либо вещать, либо вот жить в великой праведности. Вот. Человек обычный общинник, ну как устремляясь к этому постепенно, то, что как в детях проявлены эти сюжеты, мы тоже поговорим. Почему я говорю, даже тот, который родился со всеми дарами, он просто быстрее проходит проявление четырех варн. Он становится тружеником, тем, который способен понять смысл того, что он делает, трудясь, делая какие-то, с одной стороны, вроде бы простые вещи, ну там даже тоже посадить хлеб, там, сделать табуретку, построить дом, еще масса занятий, которые, собственно говоря, созидаются на земле и которые дают жизнь всем, как бы, и труженикам, и всем остальным варнам, которые занимаются несколько другим видом деятельности. Вот. Точно так же он достаточно быстро может научиться, потому что что такое веси? Это следующая варна. И то, что связывает людей, то, что, как сказать, они, мы в нашем обычае часто называем их хозяевами, ну, по сути, это просто организаторы
процессов, происходящих вот в горизонтальной плоскости. То есть они могут организовать производство, они могут вот, выступать учителями там, в школах, преподавателями, быть врачами, быть художниками, быть большими мастеровыми, могут организовывать артели. Это все то, что мы называем варнами. Точно так же, я говорю, вот, поучаясь те, кто пытается претендовать на варну ведающих, они точно так же проходят следующий уровень потом возрастания. Это варна-витязи. Варна-витязи – это принцип, как бы, она тоже достаточно широка, имеет несколько слоев, начиная, собственно говоря, от воя, то бишь человек, который ремеслом своим выбрал воинское дело, еще даже не искусство пока, потому что он, как сказать, учится выходить условно на поле боя, учится преодолевать свой страх и имеет какой-то достаточно необходимый для его деятельности набор инструментов, условно говоря, в своей голове, как себя вести на поле боя, как поразить врага, как самому остаться живым и как взаимодействовать в круге друзей, потому что у нас рать наша, она всегда называлась дружина. Вот, видишь, это содружество, которое в едином ключе, в едином поле, в едином направлении, чувствуя плечо и локоть друг друга, действует на ратном поле, на бранном. Вот. И, соответственно, когда как вот человек, проходящий уровень видовского посвящения и обучения, он должен научиться, во-первых, воинскому, сначала ремеслу, потом искусству, а потом уже вот этот элемент витязем становится тот, кто может вить язы, тот, кто постиг веду, получив вот это знание от ведающих. Вот, собственно говоря, витязем человек может стать, только пройдя обучение и раскрыв какие-то дары уже следующего уровня, потому что он уже способен понимать и выстраивать систему, которая может организовывать жизнь на земле. То есть вот этот горизонтальный элемент жизнеустройства, жизнеустроения как основного элемента, вот это у витязей становится наиболее проявленным. И только после этого, когда удается преодолеть уже тягу к власти, тягу возможно к богатству, к стяжанию, желанию как сказать, прославиться среди людей, только тогда, собственно говоря, открывается путь ведовства как таковой. А возвращаясь к тому, что вот я начал говорить, как вот обычный общинник, допустим, пытающийся встать на путь духовного служения, каким образом? Потому что этот путь не измеряется ни одним днем и ни одним годом. Это надо понимать тоже. И опять же, для чего нам нужны ведающие высокого уровня, что они как бы могли прозревать все-таки в большой степени путь того или иного человека, чтобы, если это не является его сегодняшним путем, может быть, посоветовать ему все-таки устремиться по другим направлениям развития своей соби, своей сущности и развития себя как человека, как людину, живущего в сообществе родовичей. Ну вот. Первый уровень, да, это радарь. То бишь, когда человек начинает делать что-то, вот, касающееся помощи, там, проведения обрядов, обустройстве капищ, помощи там, жрецам-обрядодеям в этом деянии, вот он становится радарем. Когда он уже получает определенный допуск там, подготовки обрядов и прочее, он получает и посвящение, и по чистоте своей уже величается как обавником. Тот, который в той или иной степени может присутствовать во внутреннем круге обряда, скажем так, до какого-то момента, до пущения у него есть. И это тоже, опять же, посвящение, определенный ход. Следующий уровень, это уже преджреческий уровень посвящения, он называется потворник, потвора.
то бишь тот, кто помогает в сотворении обряда. Это уже вот условно, если обрядодей имеет жреческое посвящение, те люди, если малая община, и там один обрядодей, это те люди, которые уже полностью организовывают, запускают и сопровождают процесс обряда. Это вот то, что касаемо того, что люди, потому что достаточно часто родовичи обращаются, говорят, а вот мне кажется, там, что у меня есть вот, как бы предпосылка к тому или к другому служению. Я говорю, ну, оно может и есть, а может и нет. А желание у людей часто, ну, у кого-то корыстное, к сожалению. Потому что с корыстью мы, потому что эти понятия не разбирали. Сегодня, может быть, мы попытаемся их коснуться, как в каждой беседе мы в той или иной степени обозначаем какие-то основные понятия, и как они к нам относятся, и что нам с ними делать. Потому что одно дело, эти понятия висят в воздухе, а другое дело, когда эти понятия хотя бы в информационном смысле, в смысле словесном, для нас раскрыты, и мы уже понимаем. И в конце концов они могут, в общем-то, стать нашим знанием. Это что вот. Поэтому я говорю, какая-то часть людей хочет корысти, какая-то часть людей хочет признания, ну, то есть славы человеческой, какая-то часть людей хочет власти. Ни то, ни другое, ни третье недопустимо в служении. Почему? Потому что это все элементы, в общем-то, темной стороны нашей сущности. Она темная не потому, что, как мы уже не раз разбирали и проговаривали, потому что она плохая, а просто это то, что, как сказать, нами не осознается в достаточной степени. И, соответственно, если ты не являешься в достаточной степени осознанным, значит, твой путь, он вовсе не обязательно, что принесет пользу людям. Это вот то, что, опять же, касается вот этих устремлений. И корысть, желание власти, желание прославиться, то бишь в той или иной степени возвыситься над людьми. Потому что как бы вышние ведающие, те, кого мы, в общем-то, величаем волхвами, радари высшего уровня, не зря есть формула, которая обращается. Это живые среди мертвых и мертвые среди живых. То бишь они уже отринули вот все эти элементы и, как правило, не имеют никаких привязок, кроме того, чтобы быть светочами и творить благо для родов земных и обеспечивать достаточно высокий необходимый уровень связи рода земного и рода небесного, земли и небес. Вот таким образом. Алексей? Хорошо, вступительное слово понятно. Давай, наверное, подведем такой небольшой предитог, что не обязательно витязь – это тот, кто машет палками или мечами. Вот у нас как-то случилось представление такое довольно это упрощенное. Это как раз очень малая часть. Да, того, что у нас… Да. Вот я просто подвожу итог от себя, чтобы так… Что многие считают, вот я витязь, я там накачал себе мускулы, умею головой стены пробивать и с врагами там буду в бой вступать. Ну, в лучшем случае ты дружинник, вот, который может, да, в дружине быть, который может воевать, вой, скорее всего. Вой. Дорос... Это пока ремесло. Да, а дорос ли ты до витязи, тут показывает, ведаешь ты или нет, потому что витязь – это управленец на месте, который в бой может и не вступать, но при этом побеждать и управлять другими сородичами, соратниками, воями, дружинниками, и который может еще в пространстве и времени что-то упорядочивать, создавать. Если, например, ремесленник, он создает какие-то конкретные вещи, то витязь, он может создавать уже что-то более тонкое и более возвышенное. Вот об этом многие даже не подозревают у нас, когда говорят, что я витязь. То есть, может, такие накачанные, сильные ребята, серьезные, все хорошо, замечательно, но все мы витязи. Ну, поздравляю. Ну, и про волхвов примерно то же самое. И вот ты правильно здесь подметил, я для себя тоже искал в свое время ответ, а как определить вообще. И вот я понял, тоже доторкнул, а ты сейчас немножечко упорядочил те мысли, которые у меня тогда в свое время возникали. А как определиться? То есть, если ребенок, один из признаков, один, не самый главный, но один из признаков, если ребенок, развиваясь,
по сравнению с другими, быстрее осваивает, например, что-то очень простое, переходит к чему-то сложному, осваивает, но не останавливается на этом. Он освоил, довел до какого-то предела совершенства, но не становится профессионалом в этом деле. То есть он там освоил, ну, грубо говоря, копание лопаты, да, но не становится копчиком. Он переходит дальше, освоил работу с рубанком, там, например, да, или столярным инструментом, но он тоже не делает это профессиональным своим действием, идет дальше. И вот смотрите, что кто-то уже остановился из его друзей. Один стал, например, там, лопатокопателем, да, другой столяром, хотя вместе с ним все это проходили. А это дальше идет. И вот он уже там и в армии послужил, он там до командировки дослужился, он потом там переходит какую-то управляющую работу, и у него все ладится. Он умеет и это делать, и это, но он все время идет дальше. И вот когда вы увидите, на чем он остановился, да, вот тогда будете понимать, что все вот до этого, что он проходил, это было просто воспоминание, накопление навыков в этой жизни по пройденным каким-то материалам. То есть вот тот, кто всю жизнь будет копать лопаткой, ничего в этом плохого нет. Сразу скажу. Но вот у него вот такой запас из того, из тех прошлых, может быть, жизней, и нужно вот это ему освоить. Хорошо, он должен профессионально это уметь делать. Тот, который стал столяром, прекрасным, он станет мастером в своем деле. Тоже ничего ж плохого нет, да, он мастер, он прекрасные вещи делает. Но это его уровень, ему необходимо здесь пройти. А тот, который умеет и это, и перешел, и так далее, вот у него была подготовка к его воплощению и проявлению, и навыкам здесь, в этой жизни, какой-нибудь более, ну, не высокой, а в другой, в арне, последующей. Высокой, потому что многие воспринимают так, ну, выше крыши, выше тучи и так далее. Ничего уничижительного в данном случае нет, ни в чью сторону. Вот где-то вот так надо понимать. И тот, кто, вот еще тоже такая заметочка, тот, кто находится на варне, ну, здесь я применю слово более высокое, да, в развитии, он обязательно должен уметь все, о чем здесь говорилось. Он должен уметь и правильно, и грамотно копать, он должен уметь и собирать там это, и делать это, и управлять этим, и этим, и этим. Потому что как он может научить кого-то чему-либо, если сам это здесь в совершенстве или хотя бы на очень высоком профессиональном уровне не может делать? Вот это вот очень важно. Потому что если ты хочешь кому-то чему-то научить, то кого-то чему-то научить, то в этом случае ты должен хотя бы это, ну, как минимум, уметь сам делать. И вот поэтому вот здесь вот ты очень хорошо это все выстроил, и, наверное, у наших радиослушателей вот вопросы здесь многие, наверное, будут разрешены в ответы. Все-таки мне крупно повезло, что добрым собеседником являешься ты, что ты всегда дополнишь, разложишь и хорошо отразишь мысль, если в этом есть необходимость. Хорошо. Так. У нас еще 7 минут, так что давай за 7 минут еще что-то изложим, хорошо, какую-то темочку. Давай продолжим. Значит, смысл такой. У нас в одной из бесед было заявлено, но мы не, как бы не углубились в эту тему, а об основах четырех стихиях, которые созидают всемирье. Вот, потому что стихии – это отражение неких принципов более высоких, но нам вот на нашем земном уровне они понятны и, в общем-то, доступны в каждом проявлении. Поэтому сейчас я потом объясню, почему в беседе о варнах мы, как вот сейчас, наверное, в той или иной степени коснемся этой беседы. Значит, у нас есть четыре основных стихии: земля, вода, огонь и воздух. Вот. И как бы земля имеет твердость и умение стоять в правильном, в одном положении. Я говорю так, краткие характеристики той или иной стихии, потому что есть пятая, но это уже не стихия, а некий принцип, который все эти варны, не варны, а стихии сейчас пока еще соединяет. Мы сейчас спросим, зададим, может быть, кто какой ответ на это даст, потому что есть пятая, связывающая четыре стихии. Вот. Вода обладает текучестью, возможностью быть в явном и навном состоянии, и в то же время она обладает твердостью, способной разрушать самые большие твердости в проявленном мире и является в довершении ко всему универсальным растворителем для подавляющего большинства явных проявлений. Ну вот. Огонь, как таковой, обладает яростью,
обладает тонкостью и обладает возможностью трансформировать, преобразовывать явления явного мира, переводя их в некую другую фазу. Ну, даже те же процессы окисления, которые мы знаем из физики и химии, они, собственно говоря, все идут посредством огня. Просто он может быть проявлен для нашего взора, а может быть не проявлен, но процесс от этого практически не меняется. Во всяком случае, ну, быстрее, и, как я вижу, явно, и когда термическое еще выделение идет, тепло и так далее. Да. Это, я говорю, вопрос, да, термическое выделение – это просто то, что нам видно или там доступно в ощущениях. Условно, мы потрогали печку, печка стала горячая, там внутри работает огонь. Вот. И варна ветра или воздуха, не варна, а стихия, это взаимодействие разных слоев информационного поля, разных слоев воздуха над землей, их перемешивание и выравнивание, по большому счету, равновесие, создание равновесия между небесами и землей. Вот. И все это связано еще, условно, мы пятой стихией это не назовем, а назовем как бы силой или назовем принципом, который во все эти стихии имеет как бы проникновение и направление, которое их увязывает воедино. Потому что, как говорят, вода с землей взаимодействует, огонь с землей не взаимодействует, а огонь взаимодействует с воздухом. И вот эти вещи, как они переплетаются, то, что мы в свое время говорили об омутах или чакрах энергетического построения нашего тела, и каким образом все эти стихии в нас проявляются, и как они активируются. Сейчас мы пройдем дальше. Алексей, навскидку, может быть, ты скажешь тогда, что увязывает четыре стихии воедино? Что есть как бы общее, более высокостоящее? Я не хочу разрушать интригу. Знаешь почему? Потому что ответ я знаю. И у нас хочу сделать так, чтобы наши радиослушатели дали ответ. Почему? Потому что недавно был эфир у нас, где эти вопросы рассматривались. Я не буду подсказывать, какой был эфир. Но не так давно, скажем так. Вот в этом месяце был у нас эфир. Поэтому те, кто слушали, они дадут ответ, кто внимательно слушали. Давай мы оставим на перерыв, тем более, что хорошо, до него осталось 3 минутки. Друзья мои, какая стихия увязывает вот эти 4 стихии? Земля, вода, огонь, воздух. Какая управляющая стихия, которая и объединяет, и увязывает, как хотите назвать. Нас раскусили. Уже ответ есть. Ну ладно, не буду пока озвучивать. Давай, в общем, пока поговорим. 2 минуты до перерыва. Так, ладно, две минуты, попробуем сейчас еще. Так вот, смысл такой, что исходя из того, какая варновая составляющая в человеке проявляется наиболее полно, те стихии в нем более активированы. Поэтому как бы для тружеников, стоящих на земле и созидающих на земле, много разных элементов. Для них, как правило, основным элементом является земля. Для весей, хозяев, организаторов процесса, как бы имеющих текучесть и твердость одновременно, проникающие в воду, связывающие воду, точно так же, как мы знаем, что просто вот есть у нас земля, или там не земля, а песок в кулаке, он у нас высыпается сквозь пальцы, там, через любую щелку он вытекает. Но добавь туда буквально несколько капель воды, и уже это будет удержано у нас в руке. Это вот то, что как бы качества, которые определяют людей, они как принципы, которые прошиты в людях, и они определяют их движение и их силу и взаимодействие с миром. Вот. Что делают витязи, да, как следующее. Их основная составляющая – это огонь. Это тот огонь, который горит в сердце, и тот, который… Огонь же, он однозначен в этом плане. Он все, что не является чистым, он очищает.
переводит, состояние бытия, не в бытие, но все, что, как сказать, не соответствует принципу правды Вышней, здесь возникает деятельность огня, причем эта деятельность активная. Вот то же самое касается витязей, которые смотрят на то, что был исполнен кон в том виде, в каком он проявлен в общинах родовичей, и чтобы была соблюдена справедливость между весями и тружениками, чтобы не было обмана за хороший труд, чтобы все свою долю друг другу с одной стороны отдавали, и в то же время все свою долю, чтобы собирали для созидания общего. Это их задача, и, собственно говоря, поэтому имеющие огонь в сердце, имеющие как бы понятие о добре, понятие о справедливости и желание созидать вот это среди наших родов, тот имеет задаток витязя потенциально. Вот. Ну что, у нас музыкальная пауза, так что можешь закончить предложение, потом музыкальная пауза будет. Ну, вроде бы я закончил предложение, вот что касается витязя, да, как третья стихия, как третья варна. Вот. Причем мы чуть дальше разберемся, что никакая, по сути, варна не является ни вышней, ни нижней, потому что все являются единым организмом. Вот. Все, наверное, на этом, на музыкальную паузу мы можем перейти. Хорошо, переходим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 7 апреля 2016 года, четверг. По одному из старинных 37-й день месяца пробуждения природы 7524 лета, седмица. Кто отмечает по староверскому календарю день Митры Спасителя, тех поздравляю. Кто не отмечает, ничего страшного в этом нет. Что такое варны и как они проявляются в людях? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Сурияр. Мы поговорили про стихии земли, воды и огня и поняли, какие варны, что здесь означают, что, какие варны могут обозначаться этими стихиями, воплощать себя. И, наверное, мы так потихонечку от огня должны перейти к воздуху, да? Ну, ответ, если хочешь, я в ответ посмотрю. Ответ, в общем-то, был единственным, пришел сразу. А ты оцени, правильно, неправильно, был написан. Сейчас я про четвертую стихию, про четвертую варну. А потом ответ, да? Да, потом ответ. Хорошо. Чтобы нам как бы не выпадать из цельного изложения. Вот. Ну, собственно говоря, то, что витязи, стихии, которые наиболее им соответствуют, это огонь, вот, и воздух, ветер, да, то, что мы как разбирали только что, каким образом эта стихия взаимодействует в проявленном мире, это выравнивание давления между небесами и землей, определение слоев разных и, собственно говоря, взаимодействие, обеспечивающее видимые нам небеса и землю, потому что касаемо колохода земледельческого нашего направления, стребок, как ветер, к которому мы обращаемся, он один из тех, кто как бы несет основную на себе нагрузку для того, чтобы была правильная погода. Вот. Что касается ведающих, как варны, несущих в себе стихию воздуха, это смысл такой, что они постигают мудрость небес, обеспечивают взаимодействие рода земного и рода небесного, в данном случае земли и небес, и выравнивают, вот это почему я всегда обращаюсь к обрядовой практике, что основная суть обряда – это соединение небес и земли. И смотрят на то, что
как сказать, что идет в вышних небесах, какие там происходят изменения, пытаются их по мере своего понимания или ведания в данном случае воспринимать, истолковывать и доносить эту мудрость уже до всех родов земных, которые идут в родовом обычае. Вот таким образом, Алексей. Угу. Так ответ озвучивать, нет? Да, озвучиваю уже. Так, появился, значит, в самом начале ответ, что это эфир. И вот сейчас было дополнение: эфир, информационное поле и еще такое эол. Эол. Угу. Если у тебя мудрости хватит, расшифруй мне немножко. Эол. Данил, давай обратимся к тому, кто написал. Данил, расшифруй нам, пожалуйста, помоги с Уриером. Ну, хорошо, давай остановимся на версии, которая два раза прозвучала. Эфир. Кстати, эол тоже, это Данил написал, что это эфир, информационное поле, потом добавил эол. Что означает эол? Данил, пожалуйста, нам расшифруй. Вот, эол, повелитель ветров. Вот что написал Данил. Хорошо, пусть будет так. Сначала, да, тонкая составляющая, а потом более плотная. Но я тут не буду ни спорить, ни это, потому что, по сути, да, ответ мы можем признать как верным. Единственное, что само по себе слово «эфир», оно не, как бы, не имеет нашей корневой структуры, все-таки это греческое слово как таковое. В нашем случае мы, наверное, более правильно нам будет использовать. Почему? Потому что, сейчас объясню, потому что эфир сам по себе, да, если у нас есть слово вар, и, собственно говоря, это в достаточно большой степени синонимы, почему мы можем пользоваться этим словом. То есть из вара возникает все, но из вара возникает все, когда? Тогда, когда на него воздействует нечто в виде силы, в виде мысли. И эту структуру мы объявляем и называем, и обращаемся к нему как к активной действующей силе, называем Ра, то бишь свет изначальный, созидающий все мирья. Вот. Поэтому тут нет противоречия, но как бы, если мы немножко расширяем это понимание, что вар сам по себе он не является активным действующим началом, просто в варе проявляется все тогда, когда там возникает свет. И все стихии, они, собственно говоря, производные света, потому что есть, да, плотный вар, назовем так, земля, есть вар текучий, вода, есть вар активный, это огонь, и вар, соединяющийся со светом, это ветер, по большому счету. Вот мы можем примерно в таком ключе это все сейчас разобрать, и оно вот так примерно получается. Алексей? Хорошо, давай разберем, потому что у нас, да, очень часто применяются иностранные слова, и надо, понимать смысл. Поэтому, да, не упрекаю в этом людей, но просто я говорю, что нам для более глубинного, более полного понимания, нам надо стараться свои слова понимать, потому что вар, как вот без переходящей гласной, он имеет еще несколько гласовок, и яр в том числе, и уеар тоже так же, ну, как то, что не проявлено до того, пока сила родова в нем не возникает. Почему? Там даже были определенного уровня теологические споры, типа, что более первично вар, в котором пребывает род до того, как проявляется всемирье, или все-таки род. По большому счету, как то, что с одной стороны передано по искону, и с другой стороны у людей сведущих и школоведующих, в общем-то, мнение достаточно четкое, что они не являются ни антагонистами и не являются безусловно различными. Но имеется в виду, что род как созидающий посредством света, то, что мы, как в одной из бесед, был у нас там не спор, а попытка классификации, типа, что
выше, свет изначальный Ра или род как созидающее начало. Причем для нас это не имеет ключевого значения. Просто надо понимать, что с этой, можем так сказать, сущностью во множестве ликов и сил проявлены, мы взаимодействуем. И это взаимодействие для нас является порождающей силой. И, в принципе, этого нам вполне достаточно. Это что касаемо того, что первично, что вторично, и какие слова мы используем. Слова нам надо использовать свои для того, чтобы, я говорю, понимать более глубинную суть. И возможность, которая позволяет, возникает, если мы понимаем более глубинную суть, это уже постижение более тонких составляющих. То, по сути, одна из основных задач школы родовой мудрости, чтобы мы пришли к какому-то более-менее цельному общему пониманию. То, что мы могли бы называть, с одной стороны, как основной элемент жизнеустроения, а с другой стороны, как ведическое миропонимание, то, к чему мы возвращаемся в постоянном режиме. Здесь, наверное, надо дать определение эфиру, если же говоришь, что это греческое, то это вообще самое жидкое, тонкое, легкое, проницаемое, что еле доступно чувствам или вообще даже недоступно и укрывается от них. Так что вот это имеется в виду предполагаемое во всем пространстве Вселенной вещество по тонкости своей, недоступное чувствам, служащее средою для передачи сил или веществ невесомых, то есть света, тепла, магнетизма. Если свет, тепло, магнетизма еще как-то можем почувствовать, то эти вещества как раз распространяются, или эти явления как раз по эфиру распространяются. То есть эфир может быть основой и соединяющей структурой для всего, что вот мы можем ощутить или увидеть. Ну, тут как бы тут одна из формул есть, подобное подобного. То бишь, естественно, свет распространяется в аре, потому что у них есть некий принцип подобия, через который они могут взаимодействовать. Вот, в этом плане, да, потому что то, что ты сказал, как эфир, как наиболее тонкая субстанция, и в этом ключе его тоже используют. Но есть как бы тот, как вот более поздние ученые, даже там 20 века, использовали термин эфир как некую предсубстанцию проявленного. Вот. То, что, почему я и сказал, что с одной стороны вот в греческом есть хаос и космос, и эфир, как бы как третье. Хаос, как бы это непроявленное, космос – это порядок всемирья. Опять же, если я говорю, греческой составляющей мы подходим. И эфир как таковой, да, в греческой – это наиболее тонкое. Почему я говорю, тут есть два обозначения толкования этого слова. Я говорю, с одной стороны, наиболее тонкая составляющая непроявленного мира, а с другой стороны, вот то, чем пользовались ученые там и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м, и даже в определенной степени в 20-м веке, как предпроявленное состояние вещества, потому что они уже склонялись к более материальной вещи и в той или иной степени отрицали возможность там осознанного или неосознанного движения тонких веществ, организующих пространство, или тонких сил, скажем так. Вот. Ну, понятно. Вот просто здесь мы дали трактовку. Я думаю, что уже понятно, что такое эфир, чтобы просто дальше не задерживаться. Давай дальше пойдем. Хорошо. Ну вот. И, значит, возвращаясь к первичной теме, которая у нас заявлена, это варны. Да? То, что мы вот сейчас поговорили, почему какая варна какой стихии наиболее соответствует. Точно так же вот если смотреть на человека, ну вот с точки зрения чакрового или там омут и сил, как в человеке устроены, мы можем смотреть и понимать, что какие-то это чакровые или омуты сил в нем более активированы, там условно
по разным версиям, в которых по большому счету нет противоречия, да, там есть где-то 7 разделяют чакр, где-то 9, где-то 12, 13, ну и некоторые стараются увеличить это там до достаточно больших величин. Ну, я бы не стремился идти по этому пути. Почему? Потому что как бы излишнее усложнение системы, оно в какой-то момент становится излишне сложным. Вот, и все. Нам чуть-чуть попроще для начала, а потом, может быть, мы подрастем и будем двигаться дальше. Вот, условно, первая чакра, да, первый омут у нас, зарод, да, это, по сути, состояние огненной земли. Вот, и все. То бишь, там, где присутствует живо, потому что огонь на второй, как вторая чакра, Алексей, называется у нас? Да подожди, дело даже сейчас не в чакрах. Надо, во-первых, уточнить, что мы сейчас начинаем говорить о тех вещах, которые, вот ты когда говорил про, что не надо лезть там куда-то наверх, вот меня часто удивляют люди, которые начинают спрашивать о чем-то очень высоком, и вокруг этого... Ну, спорят, там целые у них битвы устраиваются. И я задаю вопрос: хорошо, вот вы узнаете, там, кто был первичным, Рамха, Всебог, Род или кто-то еще, от этого вам легче станет? Вы что, сразу там стали какими-то мудрыми, великими? То есть вот это вот необходимо, мне кажется, доносить до человека, что надо всегда отталкиваться от того, кто ты на этой земле и что тебе что-то дает. Говорить... Ну, можно бесконечно о чем-то, но помогают ли тебе эти разговоры? Не превращается это в то, что называется, в пустобрехство. Потому что вот очень часто потрендели, а толку-то какой? Ну, ты, может быть, там вбил гвоздь, я не знаю, там, да? Может быть, ты как-то там улучшил что-то, может быть, ребенка там приласкал, воспитал, накормил собачку, я не знаю. Ну, вот вы сидели там, грубо говоря, 2 часа между собой спорили. И что вам это дало? Вот это вот необходимо понимать. Очень многие это просто не врубаются и свою жизнь начинают тратить на вот это, я называю по-другому, пустобрёхство, не назовешь никак. Вот это вот я хотел бы обратить внимание. А что касаемо чакр, то давай так, по чакрам. Исток, потом зарод, потом живот, потом перси, устье, чело, ну и родник там и так далее. Это вот если мы отталкиваемся от наших. Ярло сердечное. Ну, ярло, ярло, да. Может, горло, да. Лоб, чело, да, и это самое. Так вот, первая и вторая чакра – это земля, и до третьей чакры – земля и вода. Вот в той или иной, в том или ином сочетании, я говорю, что, как я объяснял, что вода взаимодействует с землей. Это принципы горизонтального выживания. Это те люди, у которых есть понимание, возможность и определенный уровень предназначения для того, чтобы созидать правильные материальные объекты на земле. Это вот то, что касается нас. Точно так же я говорю, если у человека активирована сердечная чакра, там, анахата или ярло, солнечное сплетение. Это значит потенциал для начала воина, так как имеет ярость. Потому что ярость – это одно из качеств, но далеко не единственное для того, кто потенциально, как мы уже разбирали, может проявить себя как витязь. Вот. Тот, у которого активировано горло, это уже человек, который может быть, с одной стороны, правильно сплетать слова, с другой стороны, может выступить учителем. Почему? Если мы разбираем человека, то чакры, с одной стороны, имеют передний и задний аспект, прошлое и будущее, а с другой стороны, имеют вот, возможность сочетания, условно, третья чакра живот и пятая чакра горло, они часто находятся во взаимодействии. И условно хороший краснобай рассказчик
и хороший купец, умеющий продавать свои товары, они, как правило, вот взаимодействуют, даже не взаимодействуют, у них активированы вот эти чакры, третья и пятая. Вот. Потому что равновесие наше возникает, да, когда от истока и в ведической индийской традиции сахасрара высшие чакры и с нижней муладхары, зарод, они соединяются, это вот состояние, как один из ведущих у нас говорит, состояние короткого замыкания, каратыша, когда условно исток верхний и зарод нижний нашли равновесие, взаимодействие в человеке. Это, по сути, качество уже человека достаточно просветленного, просветленного в большой степени. Точно так же, вот, обращаясь, опять же, вот почему я говорю, что активация чакры горла, да, там, или по сути она уже находится на уровне ветра. Это говорение, да, с одной стороны, мы можем это отнести к ведающему сословию, но в то же время, я говорю, это относится в полной степени и для хорошего краснобая, и для хорошего купца, потому что это значит умение, умение и возможность правильно сплетать свои мысли и излагать их в виде звукового ряда. Это вот то, что касается. Почему мы сейчас немножко пройдемся еще по варновой составляющей, объясним, что по большому счету никакая из вар не является там, как сказать, обязательно превышающая свое состояние. Потому что, да, обычное неосознанное стремление во многих из нас существует, влезть на иерархическую социальную пирамиду наверх. Но если бы мы понимали в большей степени то, что мы сегодня разбираем, наш духовный, сущностный путь, мы поняли, что это не является необходимым, а тем, даже я скажу более того, что стремление в преобладанию к социальной иерархии, оно, как правило, является препятствием для полноценного духовного развития и роста. Мало того, мне кажется, здесь надо тоже отметить, что это было специально привнесено среди нас для того, чтобы нас разделять, чтобы появилось некое желание залезать наверх не для блага рода, не для блага общины, не для блага державы, а для своего личного. И вот это как раз является паразитической, паразитарной системой создания той цивилизации, в которой мы сейчас находимся. Вот специально здесь слово «цивилизация» я употребил в данном случае. Вот. И поэтому мы говорим, да, вот я сейчас прописал, но условно ведание как таковое, да, это начинается с активации той чакры, которую мы называем чело, лоб, или бум-бум-бум, как же по-индийски, Алексей? Не помнишь? Ну, диски, я, честно говоря... Я знаю, что все индийские чакры – это, да, это сложные наши чакры. Да-да-да, нет, все правильно. Просто аджна, все, вспомнил, аджна. Это вот это возможность уже постепенного развития ясновидения, возможность воспринимать и правильно интерпретировать высшие знания, сокровенные в том числе. Это вот уже качество ведающих, потому что люди с активной шестой чакрой, шестым омутом, чело встречаются редко. И, ну, как это вот по моему опыту и по тому объему общения, который у меня очень широк, вот это я могу сказать, что встречается очень редко. И как бы люди достаточно долго практикуют, чтобы она начала работать. Но опять же, проблемы в чем возникают? То, что мы говорили, что каждая варновая составляющая для тех, кто стремится к постижению более высоких, она должна опираться на более плотные составляющие. То есть человек должен уметь делать это, и через это он уже проходит дальше. Конечно, есть какие-то
уникумы, назовем их так, или по большому счету уже кто-то из более продвинутых сущностей, которые решили здесь проявиться, которые могут изначально нести в себе этот дар ведания. И они встречаются тоже нечасто, потому что зачатки ведания есть у определенного количества родовичей, но все их надо развивать, по большому счету. Вот. Возвращаясь, опять же, к кварновой составляющей, потому что часто ее рисуют в виде пирамиды, вот, условно, внизу труженики, там повыше хозяева веси, еще повыше витязи, как бы так, по уменьшающей составляющей сверху, ведающие. Ну, это не является правильным. Почему? Потому что смысл такой, что, наверное, более правильно, если рисовать это, просто оно по составляющим, к сожалению, мало кто из как бы владеющих социологическими инструментами дает процентное соотношение, чтобы нам было понятно, да? Процентное соотношение у нас примерно таково, там, от 80 до 85% это люди, являющиеся тружениками, то бишь теми, кто созидает благо на земле, созидает добро, которое как бы через их труд, через их искреннее, бескорыстное в плане, что как бы не только для заработка они стараются это делать, может стать благом. То бишь добро, созидаемое руками, может стать благом, если человек через него постиг и осуществил какой-то свой уровень служения всем остальным. Потому что если мы смотрим на индийскую ведическую традицию, там у них немножко другая составляющая у нас, потому что труженики не являются неприкасаемыми, потому что точно так же, как мы немножко проговаривали, что есть варна витязей, да, или варна воинов, более правильно, потому что все-таки воинов там значительно больше, нежели витязей. Точно так же у них своя иерархическая составляющая, она возникает, и там есть определенная процентная составляющая. Точно так же в варне тружеников есть те, которые достигают высоких уровней в своем ремесле и становятся в достаточной степени ведающими для того, чтобы обучать уже тех людей, которые идут за ними по той или иной ремесленной стезе. Словно кто-то постигает и может передать другим о том, как выращивается, растет хлеб, становится там травником, зелейником. Кто-то постигает, как созидаются конструкции или там еще какие-то вещи. По сути, вот тот, я сказал, если мы вот эту свою иерархическую составляющую варновую рисуем в виде квадрата, допустим, который вот 4 слоя, но мы его еще берем и поворачиваем, я думаю, воображения у всех хватит, поворачиваем вот эти 4 слоя на 40 градусов по салоне. И подразумевается, что вот труженики внизу, а вышние труженики, назовем так, уже достигшие своего уровня ведовства, они по своему качеству не уступают уже тем, кто начинает свой путь на стезе ведовства. То есть они выравниваются. Почему? Я говорю, каждый из нас в своей варне, каждый родович в своей варне может подняться до уровня ведовства. Потому что у нас нет того ограничения, что вот человек стал, безусловно, ведающим там, в вышней варне, и он уже как бы постиг нечто такое. Потому что праведник, и с одной стороны, и тот, кто несет смысл в себе, он может быть настолько чист, настолько безупречен, что самый вышний ведающий придет к нему поклониться и, в общем-то, постарается обратиться к нему, чтобы постичь ту мудрость,
которую он себе несет. Поэтому у нас нет вот этой как бы раболепия и принижения одних перед другими, потому что каждый в своей варне, условно, вой может создать некое новое искусство, вплоть до того, что вот опираясь на то, что Витязь, он, с одной стороны, должен понимать коны, поконы, он должен уметь как бы писать правильные трактаты об организации жизнедеятельности в горизонте, он должен уметь писать стихи в том числе. Но не должен, скажем, этот дар у него может быть проявлен, потому что это дар все-таки уже более высокого уровня стиха, даже не стихосложения, потому что мой опыт взаимодействия с теми людьми, которые пишут стихи или что-то еще, как правило, те, у которых стихопроявление по качеству достаточно высокого уровня, они все пишут по наитию, то бишь, когда им удается настроиться на некий творческий поток, и по большому счету там происходит записывание, а не попытка там складывать рифмы или что-то иное. Поэтому вот наша варновая составляющая, иерархическая структура, она подразумевает, что каждый в своей варне может достичь очень высокого уровня, то бишь он станет ведающим в своей варне. Вот и все. Потому что то, что постижение небес, это вот варноведающие, как мы выделяем, это их задача, их служение, потому что их задача в постоянном режиме изучать веду, та, что проявлена в виде священных писаний, и постигать веду, та, которая является ведой неписанной, но та, которая является основным знанием, основной мыслью, которая формирует наше мироздание. Вот это в таком ключе. Алексей? Прервемся на музыкальную паузу, пожалуй, да? Да, я думаю. Хорошо. Можно. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 7 апреля 2016 года, четверг, по одному из старинных, 37-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета, седмица, день Митры Спасителя. Поздравляю всех с этим, тех, кто отмечает дни интересные, значимые по одному из древних календарей. И мы продолжаем разбирать тему, что такое варны и как они проявляются в люди. Главный ведущий Сурьер. Да, у меня такое подозрение, что ты что-то хотел дополнить, нет? Да, понимаешь, в чем дело? Опять же, часто приходится вот говорить с людьми и спрашивают, ну а как эти варны представить вот более понятно? Если витязи – это не совсем те витязи, которых мы представляли себе, если волхвы, жрецы, ведуны – это тоже немножечко не то. Вот как представить? Я говорю, ну давайте так, вот в армии большинство мужиков служило, ну да, служило. Как это представление, как это все выстроено иметь, да, имеем. Но давайте так представим. Вот есть служители, посланники богов. Как их можно представить? Что они делают? Ну они принимают информацию, они ведают цели, да, куда надо прийти, имеют карту, имеют маршруты, то есть они могут создать инструкции, пояснения для того, как жить здесь на Земле, передать эту информацию людям, знания, энергии и так далее. Но надо кому-то помимо этого всего еще и направлять, уже с людьми работать. Недостаточно только что-то выдать, да, на гора. И вот тут включаются витязи. Это по-современному, это стратегии, тактики, которые уже на месте из тех целей, задач, карты, пояснений, которые дали служители, они уже могут что-то на месте определять, направлять. Это уже адмиралы, маршалы, ну, генералы, может быть.
если так вот по-военному. Дальше идут веси, это уже управители на местах. Те, которые работают с людьми, это уже офицерский состав, начиная от полковника выше и ниже, те, которые напрямую с людьми работают. Вот примерно такой выстраивается. Ну и труженики, это те, которые уже созидают по данным каким-то установкам, по данным направлениям, конкретно что-то выполняют, исполняют, творцами являются на земле. Вот эта вот картина, когда так разъясняешь в упрощенном виде, она у многих тогда уже как-то в голове складывается, и люди начинают себе представлять. Ну, в общем, да, как-то так становится понятно. Но при этом все равно выстраивается такая пирамидка. Якобы наверху одни, внизу другие. И некоторых это обижает. Это что же, я там какой-то там рядовой, а я там в армии да, чуть ли не там, до полковника дослужился. Да, получается, что я рядовой сейчас. Вот. И тут начинается, наверное, разъяснение такое. Вот есть сегментарное представление об управлении нашим миром. Оно представлено в виде пирамидки, наверное, все видели. Еще наверху глазик нарисован. Так, да, вот, значит, что имеется в виду? У тех, кто наверху, они типа за всем следят, у них знаний, ну, по-простому говоря, дофига, да, а те, кто внизу за кем следят, у них нифига. То же самое с деньгами и так далее. Но при этом пашут внизу, те, опять же, дофига, да, а те, которые наверху, нифига не пашут. И вот такое представление, оно перекладывается, вот эта матрица, вот эта пирамидка, на то, что я сейчас описал. И говорю, а у нас как раз вот немножко по-другому. Вы можете эту пирамидку себе представить и представить другие пирамидки, где наверху, например, находятся, ну, грубо говоря, ведуны, там, служители богов. Но только не в этом плане вертикально, а попробуйте их все положить. Вот представьте себе кусочки пиццы, пицца разрезан, да, такой круг. И вот каждый из этих кусочков, это является как раз такая пирамидка. Вот когда вы укладываете, цельная пицца у вас получается. Вот внутри круг, это как раз то, что, можно сказать, круг служителей. Потом следующий круг, это расходится из центра. Это рук витязи, следующий – это веси, следующий – это труженики. И тогда получается объединение, никто ни над кем не возвышается. А если мы представим наш... если мы представим еще дальше, уже наш ведический вариант, это упрощенный, я сказал. Кстати, я благодарю, это вот у нас есть Сергей Павлов, он выступал у нас, вот мы с ним когда общались, он меня эту мысль натолкнул, и она мне сложилась. А вот следующий, когда круг, это уже... Представьте себе, вот плоскостное я сейчас вам дал, да, когда пицца лежит на столе. И теперь представьте ее в объеме, шарообразно, шар. Вот внутри маленький шарик, он плавно переходит в другой шарик, плавно, и получается объемная структура, где все между собой взаимосвязаны. И вот тогда получается именно наша ведическая система создания мироустройства нашего общества, когда никто ни в чем не ущемлен, но при этом каждому дается возможность развиваться так, как он должен на этой земле развиться. Когда с малолетства за ребенком наблюдают и определяют, какой в армии он ближе подходит, где ему лучше развиваться. Ну, нельзя же всех уравнивать и всех заставлять, например, лопаты в руки брать и там, копаться. Да? И нельзя всех уравнивать и ставить или где-то в управление, или в направление, или в исполнение. Для каждого свое развитие. И этим мы уникальны, и этим мы хороши. И это будет как раз наш рой, наш родовой рой, то есть живем роем. И вот тут как раз это державное мировоззрение, державный подход. И тогда не будет ни опущенных, ни униженных. Каждый будет прекрасно понимать, если ты прошел какой-то путь развития здесь на земле и переходишь в следующий этап развития, так перед тобой всегда открыта дорога. Ты всегда можешь войти куда-то выше. Мне как-то задали вопрос, а вот кто туда жрецов назначает, вот внутреннюю сферу? Я отвечаю, если у тебя тяма в голове есть, если ты с богами на «ты» общаешься, если у тебя канал открыт, если у тебя все на месте, приходи, попробуем. Ну, осилишь ли? Тут же немножко другое. Опять же, у людей срабатывает библейское вот такое представление о том, кто повыше забрался, тот это. А когда сфера, тут, извини, со всех сторон на тебя тогда жмут. И ты должен отвечать за свои слова. И туда тебя направляют. Ты уже отвечаешь за вот общину, ты отвечаешь за весть, ты отвечаешь за державу. А это нагрузка. Это очень высокая ответственность. Вот чем отличается пирамидальный строй от нашего ведического. Все правильно, да. Я уже неоднократно как раз сталкивался с тем, что
ведающие в достаточной степени люди, они как раз описывают, вот как ты и сказал, именно концентрические круги, расходящиеся от центра, которые находятся, собственно говоря, в едином горизонте. Вот. Но это все равно в той или иной степени как бы некое упрощение. Это неплохо, не хорошо, просто для донесения мысли оно востребовано и имеет право на существование, потому что вот этот вот элемент духовной вертикали, потому что мы как бы вот все время существуем, пребываем в двух плоскостях. Это существо или сущность нашего мирского бытия и условно та вот духовная лестница, да, можно так сказать, на которой мы все пребываем, и каждый, в общем-то, находится на своей ступеньке. И тут нет противоречия. Единственное, что, наверное, я бы хотел добавить, что, как сказать, вот этот вот элемент горизонтального взаимодействия, он касается все-таки в большей степени тружеников весей и ветези, которые занимаются как раз построением мира материального. Вот, потому что у нас, опять же, два элемента развития. Это развитие в моменте постижения и преобразования материального плана явленного мира и постижение и развитие своих тонких составляющих, те, которые позволяют нам приближаться по качествам к сотворцам, созидающим началам рода, проявленным во всемире. Это как бы как некое дополнение к тому горизонту, о котором говоришь ты, Алексей. Вот. Mm-hmm. А то, что, опять же, сейчас возвращаясь к варнам, да, по проявлениям, я говорю, мы разобрали по стихиям, по возможностям развития перехода потенциального из одной варны в другую, потому что это не является безусловной целью, которую там любой родович должен ставить перед собой, потому что, я говорю, что, находясь в своей варне, ты можешь продвинуться более чем высоко, потому что, по сути, если ты принял в себя Вышний Свет, стал осознанным, стал светоносом, то, собственно говоря, чего еще, какого еще блага можно желать для себя в этой жизни, когда ты вышел на уровень бескорыстного служения, и ты получаешь от этого безусловную радость, то бишь ты стал сопричастен, то бишь счастлив, сопричастен. Как таково. А так, если мы разбираем, да, что, по сути, труженик, его зона ответственности на земле – это его семья. Это его семья и как бы ближайший круг родовичей. Это то, как бы зона его ответственности, там условно, какой-то периметр на земле и какое-то количество людей вокруг его, потому что у нас есть, скажем так, смеха ради деклассированные элементы, те, которых мы могли бы определить как смердов, они не попадают ни в зону ответственности, ни в зону возможностей, потому что просто сегодня мы на этом заострять внимание не будем, ну а так, может быть, в какой-нибудь из будущих бесед эфиров мы к этой теме вернемся, потому что, как сказал какой-то человек, выдавливаю раба из себя по капле. Точно так же всем нам надо понять, что такое состояние смерда, потому что, к сожалению, сейчас достаточно много людей восприняли ее как одну из схем своего бытия, и, соответственно, они в этой схеме разрушаются сами, разрушают мир вокруг себя. Вот, ну ладно. Значит, вот что касается труженика, да, зона его ответственности – это его семья и какой-то периметр на земле, который он должен обустраивать, облагораживать и создавать там больший уровень ряда, потому что кон – основа,
всего, ряд начала всего. То бишь ряд построения нашей жизни, ряд нашего как бы бытия, он созидается с самого маленького до самого большого. И уровень этого ряда порядка, он повышается от возможностей воздействия с миром и, собственно говоря, того уровня понимания, который ты в себе несешь. Вот, что касается вещи, то есть их уровень ответственности – это уже род, по большому счету. Тот, как бы это значит, какое-то количество семей, которые они организовывают, какой-то, как ты вот, Алексей, приводил, военную структуру, да, примерно так же уровень взвода – это уже уровень ответственности вещи, как вот офицер. То бишь, какое-то количество семей, которые в небольшой род соединены, он организовывает и пытается там в определенной степени организовать взаимодействие своего рода с другими родами своего рода и там с более высокими уровнями взаимодействия там в общинах, в племенах. Это их. Значит, следующий уровень, который уже отвечает за роды в целом и за народ, это уровень витязей, потому что воинское сословие, как мы уже разбирали, оно тоже многослойное, кто-то на уровне труженика может находиться, кто-то там может быть на уровне, вот как Алексей говорил, командира взвода, это весь, а кто-то на уровне полковника-генерала, тот, который организует. Почему? По издревле в самой ведической традиции, в индийской и в нашей, обозначено, что вышними правителями могут быть только витязи или ведающие. Вот, условно, если мы возьмем вот одна из систем построения, там ближе казачьей была, там десятский, соцкий, тысячский и темник, да, мы разберем. Значит, десятским может быть труженик, может быть веся. Соцким уже может быть веся и витязь. То бишь уже не, как бы не имеющий наиболее активную, потому что это уже превышает зону ответственности труженика. Тысяцким может быть только витязь и ведающий. И темником точно так же витязь и ведающий, но уже там как бы равновесная структура возникает. Потому что вот нам не надо далеко ходить, что на высоких должностях, на самых высоких должностях у нас находились после Сталина труженик низкого уровня, это Хрущев, и после него Веся. По своему как бы изначальному состоянию Брежнев, они не в состоянии были держать систему, они могли ее там кое-как поддерживать, но система достаточно интенсивно начала деградировать при Хрущеве. Почему? Потому что он не имел ни достаточного уровня посвящения, ни достаточно уровня образование для того, чтобы держать такую огромную сложную систему, какой на тот момент являлся Советский Союз. Он и все Политбюро в том числе не могло уже держать вот эту систему. И в системе начали копиться системные ошибки, которые кто-то говорит, что это было предательство, кто-то говорит, что непонимание, но в том или ином случай, неважно. Итог был таков, что там в 91-м году крах произошел немножко раньше, но как бы это все проявилось в той степени, что система нашей жизни, в которой было все обустроено, вполне, я не скажу, что совсем идеально, но с очень хорошим потенциалом для дальнейшего развития, она просто в одночасье обрушилась. Это вот так. То, что касается сейчас, Алексей, я еще одну минутку буквально, и потом тебя попрошу продолжить. Поэтому вот этот вот элемент, что каждый по уровню своего развития, вот то, что это касаемо вертикали, по уровню своего
образование и посвящение, он может нести управляющую способность и нести уровень ответственности. Почему? Потому что витязи отвечают за народ вышние, а ведающие вышние отвечают уже за целое бытие небес и земли. Собственно говоря, они и осуществляют в большей степени вот эту функцию держания небес, то, о чем мы как-то говорили, и сегодня, возможно, коснемся. Алексей? Ну да. Как бы ни было, результат на всю форму лица, да, как говорится. Да. Или как кто-то погруже на всю морду лица. Так что я хочу отметить, что вот если уходить от нашей шарообразной системы управления, то в этом случае сначала переводит это в плоскостное видение. Если шарообразно мы можем передвигаться вправо, влево, вверх, вниз, ну, в любое, да, направление, то плоскостное оно подразумевает или вправо, влево и так далее, то есть на плоскости. А потом уже вырезается сегмент какой-то, и получается та иерархия, которая была построена в Советском Союзе и которая сейчас продолжает существовать. То есть вот эти все системы, они не жизнеспособные. Вот обратите внимание, если наша держава славянская, славяно-арийская, кто-то называет славянская, ну, наша родовая держава, существовало многие тысячи лет, и только тогда, когда стали уходить от объемного в плоскостное, она стала разрушаться, и потом, когда стали уже нарезать сегментарно, вот эти маленькие сегменты, так называемые государства, то, что из державы уже в государство перевели, они уже стали существовать совсем недолгое время, ну, по сравнению с там, десятками тысяч или сотнями тысяч лет. Поэтому надо современным всем нашим людям осознать, если мы хотим себя ввергать в хаос и в разрушение, то в этом случае система цивилизационная, сегментарная, это пирамидочная, она как раз самый раз для нас, для всех. Если мы поняли, что это тупик, если это край, то в этом случае тогда необходимо переходить к нашей древней, более естественной для нашего и мира, и Вселенной системе не управления, а системы державы, где управленец не тот, у кого больше денег, не тот, кто умеет кого-то больше или лучше обманывать, а тот, который именно державник, тот, который служитель на высшем уровне. Он служит богам и предкам, он воплощает в жизнь эти устои. Потому что если не служить богам не с точки зрения прислуги, как некоторые себе представляют, или как есть, например, у кришнаитов вот, служение, когда там все отвержение. Нет, именно наше представление более высокое, когда мы на стороне богов, боги нас поддерживают. Если мы на стороне богов, то кто кроме нас и против нас? Да? Вот стоит сразу вопрос. Вот тогда все становится на свои места. Тогда те, кто является служителями, ведущие люди, они принимают информацию, они знают, расставляют все на свои места. А дальше идет система уже управления, державная наша система. И когда ты говорил, что темники, там может быть и витязь, и служитель, то есть ведущий, и у наших радиослушателей, наверное, возник вопрос, а как они там уживаются? Ну, опять же, можно такую аллегорию привести или аналогию. Вот в армии есть, например, командир полка или дивизии, а есть замполит. Вот командир – это может быть витязь, который стратег, тактик, управленец. Он отвечает за то, чтобы выдвинуться вовремя, собрать войска, там, вооружить, направить, победить. А замполит, который рядом с ним же находится, ему не обязательно управлять. Он следит, помогает отслеживать, помогает направлять именно так, чтобы это было в той канве, как Родина и партия поручили. Вот, наверное, вот такой вариант, он будет более понятен. То есть там нет противоречия друг с другом. И если вдруг кто-то один по каким-то причинам выходит из строя, то второй или его заменяет, или берется его заместитель для того, чтобы опять этот тандем создался. Потому что духовные и материальные, они не должны быть оторваны. А у нас сейчас или люди уходят только в духовность, и тогда ну, трагедия просто происходит, да, потому что кто-то в секты попадает, кто-то просто от этого мира отрывается, от реального. Или в материальность. У нас как-то вот дуально. Или так. А в нашем мире нет дуальности. В нашем мире оно все цельно.
оно все сферично, оно все во все стороны расходится. Вот это необходимо понимать и помнить. Вот, в принципе, я что хотел дополнить. А мы потихонечку подходим к музыкальной паузе. У тебя буквально есть там на пару слов минутка. Или можем сразу переходить. Ну, сейчас, наверное, чуть-чуть как бы не то чтобы дополню, а так чуть-чуть оттеню. Да, потому что темник как таковой, да, это вы ж не витязь, все правильно, но уже как бы в определенной степени, условно, когда у нас там 10 тысяч человек, по большому счету, с членами семьи это 40-50 тысяч человек, соответственно, там уже среди них может быть проявлен ведающий достаточно высокого уровня, который, как ты говоришь, мы можем сказать, несет функцию комиссара, но все-таки нет. Это условно наблюдатель и судья одновременно, который смотрит за исполнением кона искона уже в всех постановлениях, установлениях, которые во тьме, в данном случае 10 тысяч слов я использую, те введения темника находятся, чтобы они не противоречили высшим направлениям. Это задача. Почему? Потому что мы сейчас немножко пройдемся по мы как бы по горизонтальной схеме ответственности, а еще по как бы по временной пройдемся составляющей, потому что это опять у нас горизонт и вертикаль. Они в постоянном режиме взаимодействуют, и нам это надо понимать. Ну, все, Алексей, ну, в принципе, ты подтвердил то, что я сказал, потому что замполит или комиссар – это не тот, который, как вот некоторые себе представляют, там, расстреливает сразу, да, с маузером наперевес, кожанки. Нет, это все-таки в нашем понимании, я, конечно, упрощенно сказал, но вот как раз ты очень четко дополнил. Итак, переходим к музыкальной паузе и не забываем, что полтора часа уже прошло, а у нас есть вопросы от радиослушателей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 7 апреля 2016 года четверг, по одному из старин 37-й день месяца пробуждения природы 7524-го лета седмица. Те, кто по староверческому традиции живет, поздравляю с днем Митры Спасителя. И мы продолжаем разбирать тему, что такое варны, как они проявляются в людях. Вот, кстати, варны, еще одно объяснение, помимо того, что ты рассказывал. Ведь все знают, что когда наши предки-славяне шли в бой, они кричали «вар, вар, вар». Ну, некоторые племена, во всяком случае, это дословно указано в трудах наших недругов. И знаю, что арии, и это те, кто благородные, те, кто возделывали землю, обрабатывали землю. Ну, одна из направлений. Не обязательно, что они вот именно были там пахари, да? Вот. То есть, в ар, ар это может означать земля, опять же, как она пишется в зависимости. И получается, что живущие в определенной принадлежности на земле. То есть, вот для чего ты приспособлен на земле? Если так вот варно еще разобрать, вот с этой стороны. Такая одна из версий. То есть здесь, видишь, варна, она так звучит у нас очень интересно. И возвышенная, и принадлежность земле. Мне кажется, так у нас эфир интересно разворачивается. Как вроде всегда более-менее получается. Ну что ж, давай дальше продолжим. Вот буквально за пол, может быть, часика уложимся, потому что вопросы интересны, их надо тоже озвучить и дать на них ответы. Хорошо, ну, значит, вот, что касаемо варн и всего прочего, не всего прочего, а я имею в виду по варновой принадлежности, потому что мы касались немного тут стремления к власти и к славе и корысти.
человеческой. Ну, просто надо понимать, что до вот то, что мы говорили на предыдущих беседах, что любой из нас несет в себе две составляющие: тьма и свет, и ни то, ни другое не является в данном случае безусловными антагонистами. Просто свет подразумевает принятие целого и переход на служение этому целому. А тьма подразумевает все-таки в большей степени индивидуальный свой путь, потому что в основе, скажем, нашей темной составляющей есть такая штука, как называется инстинкт выживания или инстинкт самосохранения в сокращенной версии. Он подразумевает, что мы делаем очень многое неосознанно, поэтому три варны восходящих, труженики, веси и воины, по большому счету, вот этот элемент стремления к власти, они в себе, как теневую составляющую, темную составляющую своей личности, сущности, они несут. И это надо понимать. И только когда человек стал в достаточной степени просветленным и пользуется этим термином вполне сознательно, уравновесил в себе тьму со светом, стремление к власти у него естественным образом пропадает. И как там один из достаточно интересных говорящих по нашей теме, он правильно говорит, что когда племя или род достаточно хорошо развит, он уже выбирает не того, не по той схеме, кто рвется к власти, а скорее всего выталкивает туда чуть ли не силком того, кто уклоняется. Потому что назначают, это называется, назначают. Да. Вот. И говорит, вот тот и будет. Да, ну, попробуй возрази, да. Да, потому что ответственность в нем есть, желание служить есть, и он уже, естественно, не принесет вреда своему роду и сохранит вот эту внутреннюю составляющую духовную себе. И вот тут надо как раз пометить, что как раз наше державное устройство, оно подразумевает не то, что к власти лезут для того, чтобы свой карман набить. Во власти наверху, именно власти, владу, которая находится с чем-то, да, с чем мы, может быть, еще поговорим, там нету денежных, материальных каких-то благ. И поэтому туда упыри не лезут, туда рвачи не лезут. Вот если убрать во власти составляющую денежную, то в этом случае она сама автоматически очистится от негодяев. Потому что негодяю это станет неинтересно. Зачем я буду пахать на кого-то и при этом ничего не получу? Да? Как же мой очередной золотой унитаз? Что, я не поставлю у себя? Как же мой очередной самолет? Что, я не куплю у себя? Как же там еще что-то? И так далее. Поэтому наша державная направленность на то нацелена, чтобы именно выдвигать, направлять, назначать самых достойных из достойных для того, чтобы державе было хорошо, чтобы вече, весе, общинам было хорошо, чтобы каждая семья была счастлива, и чтобы в каждой семье ребенок развивался так, как ему предписано свыше, чтобы он здесь прошел тот курс обучения и получил те знания, которые ему необходимы для наших всех родов, и чтобы при этом никто не притеснялся. Вот это является наша державность. Вот. Но тут я немножко... чуть-чуть дополню, наверное, попробуйте. Смысл в том, что по как изначальным качествам, да, мы говорим, вот хорошо бы, чтобы был человек таков. Но проблема той системы, в которой мы находимся сейчас, и по большому счету в эту же западню попал в свое время и Сталин, потому что приняв одну из теорий, что элиту там или что-то такое можно вырастить в течение одного, максимум двух поколений, он совершенно не озаботился изначально в этом и к старой элите относился достаточно там не пренебрежительно, но не пытался изучить схемы воспитания в этих там, ну, дворянских родах или родах, достигших каких-то уровней развития там, в науке или еще что-то. Потому что было, выращивалось
новое племя, которое называлось «Советский человек». Ну, это неплохо и нехорошо, но как стратегия управления это себя не то что не оправдало, а привело всю систему к краху. Почему? Потому что, как мы говорим, от кого возникают или там приходят волхвы на землю? Они приходят только от высших предков, от богов, по большому счету. И признание людей тут, оно вторично или даже третично, потому что волх, если он имеет в себе этот начаток, он все равно будет осуществлять свое служение. Но огромная сложность здесь возникает в том, что условно у нас есть схемы более-менее цельного обучения тружеников и веси, а уже как бы школы или схемы обучения вышних витязей уже у нас отсутствует. Но имеется в виду в проявленном виде, которое было бы принято и через которое вышние витязи могли получать, образовываться и реально становиться теми, кем они по своему предназначению. И поэтому ключевая болезнь нынешней, там одна из болезней ключевых нынешней систем, это не умение определять на ранней стадии проявления человеческого существа его возможность войти вот в эти вышние состояния, где в наилучшей степени раскроется его дар и возможность служения. Это то, на чем, я говорю, сломалась советская система, и эта система сейчас пребывает примерно в том же состоянии. Почему? Потому что образование витязей, а тем паче ведающих и высших ведающих, у нас ни в одной системе, ни в одной схеме не закреплено. Условно, во внутренних кругах часть этого знания сохранена, но как бы полноценная система, она будет работать только когда будет возможность, во-первых, качественного отбора и потенциального встраивания этих высших ведающих в наш как бы родовой общинный там племенной строй. Вот такая схема. Хорошо, хорошо. Давай дальше, потому что вопросы идут очень активно. Ну вот, значит, по поводу как бы вот это элемента, опять же, перехода или возрастания поварно. По искону, как бы труженик достигает достаточной степени совершенства в своем движении за один год. И то бишь, поэтому и его схема восприятия, она, в общем-то, и вкладывается в один год. Веся, этот условно там командир взвода или человек, имеющий то, что называется высшим образованием, это 3-5 лет образования веси, способность организации и правильной интеграции себя в мир и налаживание взаимодействия, как я говорил, уже в родовой составляющей. Вот. Вышние витязи уже учатся минимум 10 лет, а так 15 лет, это когда он постиг все дисциплины, которые входят в воинскую составляющую, постиг системы управления горизонтальным составляющим миром практически во всей полноте. Это порядка 15 лет. Ну и ведающие, как бы достигая полноты своего, потому что раскрытие даров идет постепенно, плюс постоянное изучение веды, перенастройка своего существа, избавление от подавляющего большинства привязанностей плотского и прочего выражения, это минимум 20 лет, по большому счету, чтобы дойти до уровня. И это не просто, как сказать, пребывание в этих там 10, там 15 или там 20 годах. Это тяжелейший труд постоянной внутренней и внешней своей трансформации. Это чтобы люди понимали. Ну и, собственно говоря, если как бы в той же схеме мы можем рассмотреть как вот стратегическое планирование или прогностика будущего. У труженика это год, у
веси предпринимателя, хозяина, организатора – это 3-5 лет. Почему наши предприниматели часто очень страдают, когда эти кризисы раз в 10 лет происходят? Потому что это, как правило, происходит за пределами их прогностики бытия. Витязи вышние, они планируют жизнь родов державы на срок до одного колена, по возможности своей. Это значит порядка 25 лет. Ведающие должны понимать, как развиваются процессы, поэтому планировать правильное будущее и как бы отслеживать тонкие составляющие во всем мире, это минимум 3 колена, 3 поколения. Вот, то есть это 75-100 лет. По большому счету в этом и заключается одна из основных их задач, потому что если нет тех, которые смотрят вперед достаточно далеко, значит, роды находятся в очень большой опасности. Собственно говоря, в этом плане как раз Советский Союз и просуществовал 3 колена 75 лет. Но тех ведущих, которые должны были перенастроить систему, не оказалось, а оказались, в общем-то, в лучшем случае весевые составляющие. Там даже не было видения. Алексей? Ну, ты все правильно говоришь, в данном случае здесь добавить нечего. Все это укладывается и в мое представление очень четко, которое я уже высказал, и ты тоже эти образы доносишь, так что, ну, что еще разжевывать? Все понятно, мне кажется. Человек, который пришел в эту жизнь для чего-то простого, то, естественно, ему для простого необходимо меньше времени для освоения. Тот, который пришел для более сложного уровня развития здесь, не высшего там, как мы уже говорили, не залезть наверх, а для более сложного уровня, где ответственности больше. Но там, естественно, надо и попотеть, поучиться побольше. Поэтому и разница такая. За 1-2 года можно освоить самое простое, а вот за 20, а то и всю жизнь попотеть придется для того, чтобы освоить более сложное. И если у того, кто простой освоил, следующая жизнь, возможно, подарит возможность здесь или в другом мире, где-то на другой земле что-то более интересное познать, то вот этот человек уже, который видит только свой погребальный костер, его другой уже ничего не волнует, да, то он уже уйдет туда с какими-то другими целями. И главное, надо понимать, что все это, вот эта матрица, которая здесь была нарисована, она полностью соизмеримо, полностью относится ко всем другим, скажем там, временным показателям, энергетическим показателям нашего мира. Например, в самые светлые дни, то, что называется полдень, сварог, когда вообще все бурлит и развивается, самой высшей стадии достигает, все равно вот эта самая система будет. Но только труженик, который здесь за год, вот в нашей сейчас, в нашей системе должен освоить что-то простое, там он будет осваивать то, что сейчас некоторые волхвы осваивают. А волхвы будут осваивать то, что сейчас вообще даже волхвам современным невозможно представить. И то же самое, когда самая-самая ночь сварога, самая ужасная, там вполне возможно будет, что все наоборот. Вот это вот надо понимать, вот как по спирали, вот мы движемся, все равно повторения какие-то есть, но только с новыми уровнями развития. Но вот система все равно остается та же самая, никуда она не денется. Поэтому в интересное время живем. Ну что, у нас еще есть 9 минут, что-то, может быть, расскажем или уже на вопрос начнем отвечать? Ну, давай я просто небольшое как бы дополнение уже мы сейчас закроем на сегодняшний день разговор о системе ВАРН. Просто вот этот вот элемент 4 ВАРНы, да, он, кроме того, еще подразумевает понятие там державы или царств. Да? Есть золотое царство, это царство ведающих, или золотой век, как часто. Серебряное царство, это царство витязей. Медное царство, это царство весей. И земляное царство, царство тружеников. Вот. Значит, чем они различаются и что как бы одно из другого проистекает? Это вот мы по уровню образования, по уровню прогностики мы поговорили. Да. Теперь, значит, по движению кола вращения есть такое понятие кон времени или закон времени, как принято говорить. То бишь,
все системы находятся в определенном равновесии, которое позволяет системам либо сохраняться, либо уходить в небытие. Вот. Либо третий элемент – это возможность развития. Но, как правило, закон времени в тех, в том всемире, в котором мы пребываем, он подразумевает, что качество света здесь имеет возможность к затуханию. Имеет возможность к затуханию то, что мы называем в той или иной степени, потому что там есть определенные цифры, обозначающие там день Сварога, ночь Сварога, утро Сварога. Они имеют право на существование, но смысл такой, что сама по себе традиция любая, что приходит какое-то количество достаточно сильных ведающих, имеющих прямой канал постижения небес и способных веду старую напи, которая имеет как бы свое как представительство в виде священных писаний, либо как бы какой-то обычай традиции, они его дополняют, либо коренным образом перестраивают и выдают на гора новую цельную систему события. И в течение какого-то достаточно долгого времени они способны эту систему досозидать, держать ее в ладу, в балансе и продолжать. Ну, как бы это и есть золотой век, по большому счету. Золотой век длится самое большое времени из тех как бы четырех состояний, которые мы описывали. Когда качество ведающих слабеет и уровень того света, который они способны воспринимать, становится более слабым, выравнивается система, и на первый уровень выходят витязи. Но витязи могут сохранять систему и поддерживать в ней порядок. Они уже, как правило, не способны ее перенастраивать и дальше развивать. Вот. И как бы нравственные коны высшего уровня, они начинают тоже слабеть в них, потому что мы подвержены вот этой системе угасания светимости самих себе. Поэтому сама по себе продолжительность вот Серебряного века, она уже тоже меньше. Я не буду сейчас приводить цифры, чтобы не вводить людей в заблуждение. Потом, как бы, вот этот элемент служения, почему только служение целому способны вышние ведущие и вышние витязи, да, потом начинается дробление, система начинает дробиться, и витязи уже начинают проявлять вот эти недостаточно высокие качества, стремление к власти, стремление к безраздельному господству и к стяжанию материальных благ. Тогда они уже выравниваются по своим нравственным качествам с весями. И тогда наступает время веси, медный век. Век денег, век стяжания материальных богатств и всего прочего. Он достаточно короток по своему времени и продолжительности. И так как нравственность и светимость затухает, и уровень нравственности неуклонно снижается, выходит на как бы уже составляющие желание плотских удовольствий, уже понятие о красоте, о свете гаснет совсем, и наступает время тружеников и смердов. Это момент заката и развала системы, самое краткосрочное и как бы тяжелое для всех живущих. Мы сейчас находимся примерно где-то в таком же состоянии, поэтому следующее за этим состоянием либо полное исчезновение системы, как я и говорил, что многие тысячи родов за последние тысячи лет исчезли, от них не осталось даже пыли на дорогах, либо если вышние предки этого не позволят, они, как правило, позволяют проявиться как кому-то из вышних ведущих, которые смогут сонастроить эту систему и продолжить ее
событие и, собственно говоря, наступление, как вот то, что сейчас многие ждут, и мы, по большому счету, с одной стороны, надеемся, а с другой стороны, прикладываем все возможные усилия, чтобы это состоялось, то, что мы могли бы назвать золотым веком, то, что наши миропонимание стало основным, с одной стороны, а с другой стороны у нас хватило мудрости и ведания для того, чтобы эту систему расширить и подвести ее к следующему состоянию. Угу. Согласен. Еще у меня есть пару минут, хочу тоже небольшое объявление сделать. Значит, у нас сейчас некоторые идут обновления на вещателе, мы приобрели сервер. Вот если хотите помочь деньгами подключиться, потому что потратились, то можете сброситься на сервер. Это первое объявление. Дальше. Надо помнить, что у нас работает первая славянская социальная сеть защищенная. Вы можете в нее включаться и обмениваться, переходя из каких-то буржуйских сетей, где там все просматривается, прослушивается. Еще у нас есть форум, где очень много информации накопилось и продолжает накапливаться. Вы можете также поучаствовать в его наполнении. И еще у нас в скором времени ожидаются праздники, и мне кажется, что каждый из вас может в этом поучаствовать. Поучаствовать как? Предложить какие-то песни военных лет в хорошем качестве. Дальше, может быть, найти какие-то рассказы, озвученные для того, чтобы они прозвучали в эфире радио на праздничные дни. Может быть, прислать какие-то тексты, может быть, записать голосом какие-то поздравления и сюда тоже нам прислать, чтобы могли размещать. И можно даже подумать о воссоздании Дня памяти под названием, ну, к примеру, тот же самый «Бессмертный полк», где вы можете написать о своих родичах, которые участвовали в той войне, и просто по-человечески, кто они для вас. Не надо очень длинно писать, там на 10 страниц трактат никакие писать не надо. Буквально там на одну страничку, на полстранички, чтобы это можно было озвучить. Если сами озвучите в хорошем качестве, то, пожалуйста, это будет нам еще все дорого и дороже. Так что вот так вот. Имейте в виду, что приближаются праздники, вы можете в народном радио поучаствовать именно как народ. Помните, что мы являемся открытая площадка для всех добрых людей, которым слово совести, чести, отчизна, родина, держава – не пустые звуки. Итак, мы переходим к музыкальной паузе небольшой и дальше продолжим разбираемую тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей сегодня у нас 7 апреля 2016 года, четверг. По одному из старинных, 37-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета, седмица. Те, кто отмечает староверские праздники, напоминаю, что день Митры Спасителя, и всех вас с этим поздравляю. Мы говорим про то, что такое варны и как они проявляются в людях. Главный сведущий Сурияр, и, наверное, самое время нам уже перейти к вопросам и ответам на них. Как думаешь, Сурияр? Я согласен. Мы согласны. Я согласен. Хорошо. Потому что темы были заявлены чуть пошире, но я понимаю, что нам... Эту-то мы как развернули. Да, да, мы так уже с тобой развернули хорошо, поэтому пошире это только в мечтах, да? Ну ладно, да. Ничего-ничего, придет наше время и пошире развернем. В хорошем смысле, я никому не угрожаю. Будет всем все здорово, сразу обещаю. Будет все очень и очень хорошо. Итак, в 8 часов 15 минут по Москве вечернего времени поступил вопрос от Виталия из Киева. Какой варне принадлежат спортсмены, любители, например, занимающиеся восточными единоборствами? Ну, по большому счету, тут нет как бы определения. Они могут принадлежать к любой варне, потому что спортсмен – это просто один из способов самопроявления, не более того.
Согласен с тобой полностью. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. В 21 минуту 9 поступил. Здравия, Сурьяр. Были ли, по твоему мнению, на Руси времена матриархата, как описывают некоторые исследователи русской истории, наследие, и если были, то как это сочеталось с копным правом, где право голоса имели мужчины, создающие семью? Просвети этимологию слов «здоровье», «убеждать», «слава» и так далее. Благодарю. И так далее. Это я уже себя добавляю, потому что там, я так чувствую, еще будут другие слова для сравнения. Ну, хотя бы вот эти «здоровье», «убеждать» и «слава». Благодарю, благодарю, наверное, не будем разбирать слово. Ну вот, я как бы так с разбегу, наверное, не возьмусь, переадресую, может быть, это на тебя насчет как бы этимологии, семантики этих понятно, слов. Понятно, я такой трактун-мудрец сегодня, понятно. Да, давай да, тогда с того, давай с того, чего можно тогда. Были ли, по твоему мнению, на Руси времена матриархата, учитывая, что было копное право, ну и так далее, где мужчины, которые могли принять участие, создавшие семью? Ну, те источники, которые нам в той или иной степени доступны, в том смысле, что и время амазонок, оно в той или иной степени описывается. Ну, смысл в том, что в наших родах до принятия, как бы до пришествия инородных вероучений на нашу землю, у нас никогда не было уничижения женщины как таковой. И достаточно многочисленные свидетельства, и летописные, и там и путешественников, и летописцев иных родов, они описывают, что наши женщины всегда пользовались очень большим уважением. И по большому счету, как сказать, в этом не было никогда никаких противоречий. Да, в какой-то момент даже на уровне школьной истории там пытались как-то теоретизировать, что типа вот когда было время собирания, женщина, ей собирать легче, как бы вот тогда женщина имела более, как сказать, важную функцию. И тогда было время матриархата. Когда пришлось там воевать и прикладывать там физическую силу при выращивании хлеба, вот тут типа настал и патриархат. Ничего подобного, потому что сам по себе родовой искон и наше ведическое миропонимание, оно подразумевает в своей глубине, что есть равновесие сил. И даже вот этот знак, который там многие трактуют китайский, или инь-янь, он как раз тоже описывает взаимодействие в постоянном режиме двух сил. Поэтому тут как бы нет такого противоречия жесткого, что когда-то были женщины в таком фаворе и в такой власти, что значение мужчин было сильно принижено, или обратная часть, потому что инородное как бы вероучение, оно принижает женщину. Ну вот многие из инородных там авраамистических религий принижают женщину и ее функцию. А как говорится, у нас совершенно четко есть понятие, что в возможности призыва и выращивания добродетельного потомства и сохранения родовой традиции значение женщины, по крайней мере на первых годах прихода сюда чада, оно является основополагающим. Она закладывает и суть, и смысл, и понимание. И поэтому нам не надо сами, вот, потому что мы не делаем из, скажем, прошлого безусловного какого-то камня преткновения, что вот это было так, и значит, сейчас по прошествии условно 3-4 тысяч лет мы должны придерживаться только так. Я говорю, всемирье изменилось, развилось, боги наши приняли в себя новое качество, появилось
какое-то количество новых богов с новыми силами, с новыми задачами. И задача наша, вот почему я говорю и настаиваю на том, что мы должны современны, то бишь мы должны быть в единстве со временем, мы должны понимать, как ведическое наше миропонимание, как всемирие выглядит сегодня. И должны выстраивать свою жизнь именно с этим пониманием. Но, как вот я незадолго перед этим говорил, что надежда, мечта, и у меня есть уверенность, что мы видим, и среди нас есть те ведающие того уровня, которые смогут эту систему создать в вышнем ладу. Я скажу вот так, Алексей. Скорее всего, возродить. Она уже создана, просто надо ее возродить и сопоставить сверху, снизу, чтобы это все устаканилось. Не в смысле налить туда 100 грамм водки, нет, а устаканить, когда вот наливается, вода сначала в стакане болтыхается, а потом выравнивается. Вот и в этом смысле я имею в виду. Выровнялась, соединилась и так далее. Что же касаемо матриархата, то давайте посмотрим, на каких основаниях ученые, историки или археологи, с подачи археологов, историки, я не знаю, кто там из них первенство в этом отношении имеет, стали заявлять, что был матриархат. Стали находить какие-то фигурки женоподобные, где большая, извиняюсь, задница, большой живот и груди. И стали говорить, вот это матриархат означает. А с какой стати это матриархат? Если изваяли какие-то люди, какое-то человекообразное существо, и стали почитать его как роженицу. Может быть, это была игрушка для детей. Может быть, это было какое-то культовое, не знаю, там, амулет для женщины, которая занималась там повитушным делом. Что, почему другие варианты не рассматриваются? Где письменные доказательства, что был матриархат? Где написано в таком-то, таком-то веке до Рождества Христова или в таком-то, таком-то веке по какому-то из старинных календарей или там године какое-то или в лет такое-то, такое-то на Руси был матриархат? Ну, найдите мне хотя бы одно описание. Что касается амазонок, обратите внимание, амазонки представляются всегда военными, воительницами. О чем это говорит? Это говорит о том, что мужского населения не осталось, и женщинам пришлось брать в руки оружие. И это не говорит о тех баснях и сказках правдивости, басни и сказок, которые нам втирают про амазонок. Во всяком случае, в славянских и арийских родах. Это когда женщине, вот как казаки, например, ушли воевать, да, и в этот момент какие-то тати пришли в казачье поселение. Ну да, жонки берут в руки ружья, бабы берут в руки ружья, луки, копья, что есть, вилы, топоры, и отбиваются. И сколько таких случаев было, что они от этого амазонками стали? Мужики вернулись, все, каждый занимается своим делом. Вот когда мужчины начнут рожать, а женщины зачинать, и это будут делать они по очереди, как это делают и туда, и сюда, да, вот гермафродиты, ну вот тогда я, да, поверю в то, что было возможно это другое. Есть лихие годины. В лихие годины есть исключение из правил. И есть правила для лихих годин. И вот в этом случае возможен переход в управление, замещение управленцами женщинами. Даже подростки брали на себя управление. Но опять же, уровень женщины и подростка для управления должен был соответственный быть. Вот это надо учитывать. А то, что нам втирают, это очередная разрушительная история, непонятно о чем. Примерно так. Ну да, толкование историков, оно все-таки, потому что если некий человек... Обрыв связи. Продолжаем разговор. Продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей, которые поступили из чата Народного славянского радио. Напоминаю, что в чат попасть очень просто. Набирайте в любом абсолютно поисковике Народное славянское радио. Дальше переходите на сайт slavmir.org, ищите слово «чат» и попадаете в хорошее сообщество, называемое «Изба Народного славянского радио», «Горница». Но перед этим вам нужно будет придумать логин и пароль, который бы вы не забыли и которым вы будете пользоваться постоянно. Итак, здесь еще уточнение было про здоровье, убеждать славу и так далее, но давайте мы сегодня не будем слова играть, а просто поотвечаем на те вопросы, которые относятся к сегодняшней нашей теме эфира.
Вопрос в эфир от Сергея из Твери. Благодарю, Сурьяр, за вещание. Можно ли с варны труженика, минуя другие варны, продолжить золотой путь восхождения? Ну, потенциально да, но вопрос в том, что насколько ты понимаешь, потому что проблема многих людей, в том числе и ищущих, в том числе тех родов, которые даже достаточно неплохо прошли путь, собирая благо и свет, что, пытаясь проскочить, и все, они теряют связь с землей, то бишь с миром яви. И не достигнув своей как бы сутевой составляющей прави, они зависают в нави. То бишь у них нет ни яви, ни прави, а есть только нави. Поэтому, и, соответственно, с этого момента начинается путь деградации. Почему? Потому что нет опоры ни в свете, ни на земле. Поэтому я все-таки тем, кто получается, я всегда даю возможность, ну, там, кто принимает наставление или там переподавание, даю возможность проявить себя и так, почему я говорю, воинское качество какое, там, умение, с одной стороны, управляться какими-то воинскими приспособлениями, но иметь одновременно качество, потому что в каждой варне, в каждой составляющей идет созидание духа, созидание нашей соби, которую мы там... Потому что воин – это качество смирения перед смертью. Вот чем наши вои отличаются от воев очень многих других родов, достаточно давно подмечено. Эти идут там пограбить, эти идут там удаль свою показать. Но наши идут удаль показать, но они все идут всегда в навесе со смертью. Где-то русские вои идут умирать. То есть они, принявши смерть, или там уже много достаточно летописно, что сняли кольчуги, остались в одних белых чистых погребальных рубахах и пошли рубиться. И одержали победу. Вот это... задачи, потому что в каждой составляющей, я говорю, идет нарастание духа и приведение его в то или иное состояние и соответствие. Алексей? Да, я так тоже думаю об этом. Все, в общем-то, хорошо ответил. Единственное, что я никогда категорично не выступаю в данном вопросе, потому что хочешь, как рассказать, своих, насмешить богов, расскажи им о своих планах. То же самое, хочешь насмешить богов, скажи какое-то свое суждение. В этой жизни все бывает, как пела в одной песне известная певица. Вот, и поэтому мы не знаем, что для каждого человека конкретно, вот в конкретной ситуации, для, именно для этого человека что-то нужно сделать, не ведая этого самого человека. Поэтому, может быть, на эту землю он пришел для того, чтобы пройти вот этот путь и уйти в какую-то другую землю через перевоплощение в другой земле и там продолжить. Может быть, у него такая задача. Поэтому не исключено, что это возможно. Но все-таки более естественный вариант развития – это когда человек постигает все последовательно. А вот здесь ли это будет происходить его дальнейшее обучение, он вернется сюда, или же он перейдет в какое-то другое измерение или на другую землю, в другое совершенно там тело, это не нам решать. Мы этого не ведаем. И, в общем-то, не наше это дело. Вот я думаю, что так будет намного проще и понятно. Не надо соваться туда, где мы не можем что-либо понимать окончательно и бесповоротно. Лучше всего, в первую очередь, научиться отвечать за себя, научиться отвечать за свои мысли, дела и определиться, кто ты здесь на этой земле сам, для чего ты здесь. Это, на мой взгляд, более правильно, нежели чем за кого-то что-то придумывать, додумывать. Ну, дальше, тут, да. Алексей, все-таки чуть-чуть я маленькую ремарку. Смысл в том, что я говорю, да, человек может идти своим путем, как развернуться его стези по праве и во времени, это покажет только время, по большому счету. Но как наша традиция говорит, и она достаточно однозначна в этом ключе, что если человек хочет двигаться,
ему надо все-таки постараться найти наставника, сведущего человека в том или ином деле, да, чтобы в этом деле продвинуться. А как бы пытаться, потому что, как правильно говорится, ты хорошо можешь видеть только тех, кто стоит ниже тебя на этой лестнице постижения. Вот. Тех, кто стоит выше, видеть сложно, потому что видение искажено. Вот, поэтому как бы человек, да, может хотеть, но, опять же, без наставника, я скажу, это сложно, а если честно, то практически невозможно. Я в этом как бы и на своем опыте убеждался неоднократно и видел огромное количество людей, которые попали в достаточно сложные ситуации, потому что, ну, как все их построение внутреннее было умозрительно, которое завело их, в общем-то, далеко в области темной Нави. Угу. Я ни в коей мере тебе не в противоречие это сказал, не в противовес. Я просто сказал, что... Я дополню немножко. Да. Вот задача любого державника, который выступает за нашу державу, за ее построение, заключается в следующем. Дать любому человеку возможность развиваться с его предназначением в этом мире на благо родов и благо державы, без ущемления кого-либо другого. Вот это высшая цель, если мы говорим о помощи другому. Поэтому, если человек нашел наставника, у наставника будет точно такая же к нему, точно такое же к нему отношение. Дать ему возможность развиться. То же самое, когда человек встречает кого-либо на своем пути, кто нуждается в помощи и определении, он также, если он державно мыслит, также будет помогать развиваться другому. А вот что там предназначено уже дальше, куда он пойдет, это уже решать не нам. Вот еще я хотел сказать, и в принципе мы с тобой здесь, опять же, никак не противоречим друг другу. Дальше, да. Следующий вопрос от вестника из богов в эфир, от Олега из Иркутска. Сурьяр, передается ли варны по роду, как, например, в семье военных рождается воин? Воины или это уже божественное предназначение человека, и варны родители не играют существенной роли? Ну, тут двоякая позиция, да, потому что вот условно понятие благих родов, такое благородство, да, было. Так вот, считают, что благие роды, рода, это там, где проявлено благо. Вот что такое богатство рода, это в первую очередь благо. То бишь, приходят добродетельные потомки, они продолжают, развивают дело рода. На сегодняшний день даже высшим ведающим потенциальным, да, им приходится воплощаться часто совершенно в непонятных семьях, совершенно не имеющих в себе таких задатков, которые позволили бы им развиться. Они не поняты и не могут понять себя. Это очень большая проблема. Потому что за последние там тысячу с чем-то лет вот эта как бы сословная составляющая, она у нас была порушена в очень большой степени, и все было перемешано. И большинство родов оказались именно в нисходящем состоянии, то есть они упали. А то, что, как сказать, тому, опять же, род, потому что у нас есть, с одной стороны, коловращение самого рода, вечности, светлая, навь, явь, вот это вращение. Соответственно, до определенного уровня развития любой из нас, как правило, идет по своей родовой стезе, то бишь идет в своем роду, воплощается. Если у тебя род военных, очень большая степень вероятности, что ты, опять же, воплотишься в своем роду и продолжишь дело своего рода. Но это не плохо, не хорошо, это просто, как сказать, одно из устройств. А так как это перемешано, часто, ну, много было перемешано, поэтому часто приходят сейчас люди, которые не соответствуют. Ну и точно так же любой род, собирая благо, он имеет возможность призывать высоких светочей со светлой Нави, даже из Прави, если он собрал достаточно благо. Поэтому кто-то может прийти и выше рода. А если род
как бы затемнился, если род потерял свою благо и светимость, то точно так же и качество приходящих сущностей может оказаться значительно ниже, чем кажется, что те, которые проявлены уже ныне. Поэтому тут однозначной линейки она как бы нет, потому что, с одной стороны, есть внешняя данность вот перемешанных родов, а с другой стороны, вот этот элемент восхождения или нисхождения любого рода, он очень играет большую роль в том, кого из предков-потомков они могут призвать, либо восходящий, либо нисходящий. Я тоже хочу еще уточнение маленькое внести. Ты уже неоднократно говорил о том, что занятие какой-то профессии еще не окончательно определяет варновость. В военной сфере можно проявлять себя совершенно по-разному. Можно быть и служителем ведущим, можно быть и витязем, можно быть и весем, можно быть и тружеником. Просто если у человека погоны и фуражка на голове, это еще не означает, что он, например, витязь. Вот и все. Варновость определяется другими несколько качествами. Как-то вот так. Дальше. Следующий вопрос Владимир Измытищ. Сурияр, теория варн – это способ описать обычному человеку спроецированные в наш мир процессы, которые он не в силах осознать? Ну, как бы слово «теория», наверное, тут не стал бы употреблять, потому что теория – это как бы некое часто бездоказательное изложение, да? Вот, потому что это совершенно практическое описание, с одной стороны, и мироустройство, а с другой стороны, описание социума, на которое, опираясь, мы получаем достаточно четкие практические результаты. А то, что, излагая это в простом виде, мы можем, конечно, доносить схемы, с одной стороны, мироустройства и миропонимания, а с другой стороны, помогаем человеку как бы, или в своем устремлении лучше понять, как сказать, свой путь. Вот, наверное, так. Хорошо, хорошо. Так, дальше. От Оркаюинона вопрос. Должен ли муж в нынешнее время создавать семейный союз с женой своей же варны? Как распознать в этом случае друг друга? Ну, как бы, с одной стороны, качество варн по устремлениям, они более-менее описаны, и там, и Трехлебов, в общем-то, касался достаточно плотно этой темы. Поэтому по своим устремлениям нравится вам жить малой семьей, да, как бы, хочется там возделывать землю или там стяжать какие-то обычные блага земного. Нету стремлений каких-то горнему, не стремитесь сорвать звезды с небес или там владеть или командовать над людьми. Это одно. Ну, там просто сейчас достаточно долго перечислять. Так я говорю по сути. С одной стороны, муж и жена – очень желательно, чтобы они были единого обычая, единой традиции. Я не говорю единой веры, потому что вера, как мы разбирали, все-таки немножко другая составляющая. Вот. Желательно, чтобы они, как сказать, соответствовали друг другу антропологически. Почему? Потому что это тоже может быть указывать на принадлежность к некому единому роду, а потому что наш обычай, он хранится не только в предании нашем, но и в нашей крови. Соответственно, когда и кровь, и обычай сходятся, в такой семье, как правило, значительно больше лада. Вот. А так по варновой составляющей считается как бы условно на одну варну там вниз можно, и на одну варну вверх. Тогда они как-то уравновешивают друг друга, подтягиваются. А если, условно, две варны, между ними разница, условно, женщина из Витязевого составляющего, а мужчина тружник, как правило, лада в таких семьях достичь
достаточно сложно, если только там условно главенствующую составляющую на себя возьмет женщина. Ну, там элементов много и комбинаций огромное количество, но я просто говорю, что когда порядка двух варн развлечений есть, всегда есть определенные сложности, они могут друг друга не понимать. Алексей. Хочу спросить, радиослушатели, музыкальную паузу ставить или не ставить? Давайте, если не ставить, я сейчас, вы пока напишите. Если не ставить, то дальше пойдем. Если ставить, то отпишитесь. Я просто тоже прокомментирую, буквально так несколько слов скажу. Дело в том, что мы не должны однотипно или так дуально относиться к вопросу построения семьи по варнам. То есть вот из одной варны обязательно. Помимо варновой принадлежности еще существует варновое качество. Когда, как мы говорили, например, в этой варне может он находиться на очень высоком уровне развития, а в другой, например, может в вышестоящей варне находиться на более низком уровне развития. И тогда еще вопрос, а кто из них круче, да? Ну, то есть так говорить упрощенно. Вот. На мой взгляд, тогда вот эти различия, они совершенно будут не... ну, сказать, незаметное. Тем более, если, например, мужчина относится к варне следующего уровня, и он, как по ведическим нашим направлениям, представлениям, является главой семьи, создателем семьи, то в этом случае все будет, на мой взгляд, хорошо и замечательно. И если женщина в своей варне, она тоже живет по ведическим устоям и развивается, или уже достаточно высоко развилась, то она будет прекрасной хозяйкой в доме. У нее будет все по ведовству. Она будет ведьмой в этом хорошем смысле этого слова по отношению к своим родичам, по отношению к своему дому, к своим детям. У них будет полноценная семья, будет все здорово. А мужчина будет глава семьи. Но глава семьи – это та голова, которая крутится на шее, шеей, которая является женщина. Вот это все взаимосвязано когда, то все становится на своими места. Но вот в том случае, если, как Сурья сказал, разница две варны, вот тут, извините, уже начнутся серьезные проблемы, как бы кто ни был внизу и как бы кто ни был высоко. Так что следите за этим. Но, как говорил один из проповедников христианских, выступая перед выпускниками семинарии духовной, он сказал, как вам найти свою жену, ведь там надо, чтобы выпускники семинарии уже находили себе жены и дальше могли служителями быть. Да, говорит, идите на дискотеку, найдите красивую девушку, отмиссионерьте ее как следует и сделайте себе хорошую жену. Ну, прекрасный совет, почему бы не воспользоваться только в ведическом нашем представлении. Но, опять же, соблюдайте технику безопасности. Разрывчик варных не должен быть очень большой. Дальше, следующий вопрос. Владимир из Мытищ. Сурьяр, социальные паразиты какой варне принадлежат? Или они вообще пришельцы на нашей планете? Ну, понимаете, если они условно в той или иной степени относятся к нашим родам, то часто может оказаться, что это смерды, с одной стороны. А с другой стороны, есть достаточно много родов, которые воспринимают именно паразитирование на других родах как доблесть, как основу своего бытия, поэтому тут не вопрос. Условно, выше кона только род, потому что все оказываются в коне, но я говорю, кто-то выбирает своим ходом тьму, а кто-то выбирает свет. Вот, и все. Тьма в данном случае – это желание там доминировать, желание властвовать, желание получать больше, отдавать меньше. И это не хорошо, не плохо, просто это надо понимать, что это как бы некая данность через трансформацию нашего мировосприятия, через трансформацию нашего сознания, она вот может выглядеть так, потому что сам по себе инстинкт выживания и самосохранения, он крайне важен, и он позволяет родам продолжаться в вечности. Просто как бы там должно быть достаточное количество света. Поэтому паразит – это любой выбравший, по большому счету, схему, как, потому что все мы как энергоинформационные модули, как мы часто говорим, и все модули, они обмениваются между собой энергией, силой, и это чистая физика, поэтому кто-то хочет больше получать, кто-то готов отдавать. И это, собственно говоря, качество, с одной стороны, индивидуально, а с другой стороны,
доступное там определенным социальным сообществом, скажем так. Еще надо учитывать, что паразиты есть привнесенные, а есть порожденные здесь. Так что не обязательно они пришельцы, не обязательно они здесь родились. Вполне допустимы и те, и другие варианты. Да. И еще тут надо тоже обратить внимание на следующее. Не всякий, называющий себя волхвом, таковым является. Но не всякий смердонувший по жизни является смердом. Хорошо, следующий вопрос от Оркуинона. Сурияр, люди из Варны воинов должны ли заниматься самообеспечением? В смысле, огородом заниматься, деревья садить, детей растить? Или этим пусть занимаются веси? Хороший вопрос. А почему только про Варну воинов он спросил? А вот так захотелось. Ну, понятно. Ну, как вопрос такой, то я сейчас скажу, наверное, свое личное мнение, не буду как бы в данном случае ссылаться на родовой искон, потому что я говорю, что в той или иной степени физическим трудом надо заниматься всем. Просто для кого-то он является единственным способом самовыражения, а для кого-то он просто является способом не прерывать связь, вот как для ведущих, не прерывать связь с миром яви, потому что тяга в небеса, тяга в светлую навь, тяга к постижению прави, она бывает настолько сильна, что я не скажу, что это плохо, это хорошо, но вопрос такой, что моя там личная рекомендация была, что какую-то часть, как сказать, физического труда для созидания своего мира надо прикладывать. Это с одной стороны. А с другой стороны, во многих сообществах и прочее, когда приходилось сталкиваться, я просто немножко расширю там вопрос, приходилось сталкиваться с вопросом, типа, а вот как бы волхвы-то что, они захребетники? Типа мироеды, что ли? Вот что это вдруг их надо кормить? Пусть идут, работают. И все прочее. Так вопрос-то, наверное, имеет под собой основание. Там, пусть идут, работают. Но они никогда не будут волхвами. Это я вам сразу скажу. Потому что вот этот момент, во-первых, кто потенциального вышневедующего, там, волхва, будет 20 лет кормить. Понятно, что он должен работать, но это не имеется в виду, пока он в обучении находится. Но это не должно быть его основной задачей. Это просто один из способов постижения. И если он не будет учиться, если он не будет достаточно погружен в тему, он никогда не вырастет до того уровня, который нужен. А если волк вместо того, чтобы смотреть, как или вышний ведущий, как текут небеса и как происходит преобразование, и видеть, куда течет, потому что попробуйте составить прогностику на 3 года для родов, и поймете, что никто из вас на сегодняшний день с этим не справится. А как бы он должен высчитывать основную линию, основной ход или там сообщество ведущих. Какой объем информации они должны переварить, какой объем знаний они должны систематизировать. Поэтому есть вот в явном мире те люди, которые, ну, схожей деятельностью занимаются. Это вот ученые-академики. Но так как они не имеют смысловой составляющей служения родам, а чисто увлекаются постижением, вот как бы к чему приводит их деятельность, мы знаем, но они необходимы. А точно так же, если мы не кормим, как Наполеон сказал, но и многие из генералов и прочих повторили, если, говорит, вы не кормите свою армию, значит, будете кормить чужую. Но своя армия берет десятину, а чужая пятину, то есть пятую часть, да, и часть земли забирает. Так а чужие ведущие приходят, если чужих родов, если у вас нет своих ведущих, вы их не кормите. Значит, приходят чужие ведущие, они всегда есть. Во всех родах есть ведущие. Если не свои, то чужие.
Но они забирают все, включая ваши души, скажу так, потому что они искажают миропонимание, искажают духовный путь родов. Они его заменяют, то, что вот сейчас с нами произошло. Сейчас, думаете, нет ведающих чужеродных, которые выстраивают систему нашего, внедряют нам систему вот этого искаженного миропонимания и ведут нас путем темной Нави и разрушений. Они есть просто. И мы их кормим, потому что они забрали все. А своих нам надо искать, своих нам надо выращивать. Если мы не найдем способ прокормить своих воев, витязей вышних, не найдем способа прокормить своих ведающих, потому что ведающих у нас, дай боги, там один, может быть, на 500 человек в какой-то степени, потому что вышних ведающих, дай бог, один на 10 тысяч получится, более-менее неплохой. Потому что и намного реже, потому что наши небеса, мы в последние там 1500 лет всем народам достаточно мало удобряли. Поэтому сейчас они нам пока не рождают того количества ведающих и вышних витязей, которые нам необходимы. Поэтому сейчас большую часть обрядов мы творим для того, чтобы наладить вот эту связь с вышними небесами, откуда, собственно говоря, можно и призывать тех, которые смогут там нам помочь обустроить, я сказал, вот этот элемент нашей системы, проявить его, возродить заново. Алексей? Угу. Ну вот сейчас говоришь, как-то не мысли приходят, различные разговоры о том, что как-то общался, говорит, ну, один мне говорит, ну, а что ты радио делаешь-то? Ну, и не занимался бы этим радио, нафиг оно кому нужно? Чего ты тут сидишь? Ты вот раньше работал, там, нормальную зарплату получал, у тебя все было обеспечено, все было хорошо, там, тянул несколько предприятий на себе, и все здорово, все отлично. Вот, я говорю, ну, ладно, а тебе вообще нравится заниматься изучением нашей древности? Да, нравится. А много ты что узнал, послушав радио, послушав тех выступающих? Ну да, кое-что узнал, да, там кое-что. Говорю, а теперь представь себе, я вот стал бы заниматься, чем занимался, продолжил, вернее, заниматься, чем занимался раньше. Ну и много бы ты узнал из того, что сейчас узнал? И все, и тишина. Люди мыслят в категории паразитарной системы, которые, ну, вот эти категориями, которые паразитарная система им навязала, продолжают жить. И не понимают, что если человек занимается вот какой-то державно угодным занятием, державно угодной работой, если хотите, это служение родам. Да, это одно из вариантов служения родам. И вот как раз здесь одна из проверок, а понимаете ли вообще вот это наше мироустройство? Понимаете ли вы вообще, как строится это все? Или вы просто опять бла-бла-бла устраиваете очередное? Встречал много людей, я уже тут кучу раз говорил, и богатых, которые в конечном итоге хотят видеть свой карманный проект. То есть ставятся условия. Ну, ты к нам приходишь, мы тебе делаем вот это, хочешь телевидение тебе купим, сделаем, хочешь тебе радио купим, сделаем, хочешь тебе там журналы, что хочешь тебе сделаем. Но условия, ты работаешь у нас. И вот у нас там студия, видео, аудио, неважно какая телевизионная, у нас там типография своя, пожалуйста, издательство свое. Но это мы делаем для тебя, и ты работаешь у нас. Говорю, нет, вы хотите что, державу строить или очередным заниматься самолюбованием, чтобы потом говорить, а у нас работает Вася, у нас работает Петя, у нас работает Алексей, вот смотрите, какие они такие-то. Я не рубль, который в копилку можно бросить. И я работаю не ради денег, я работаю на державу. Вернее, сказать, тружусь на державу. И моя задача – строить державу. Вот и все это. Ну, я так устроен, что ли, и все. Так что, вот так. А что касаемо вопроса, Туркуинон должен ли заниматься? Понимаете, в чем дело? Должен. Но только когда очень большие возложены на него обязанности, на этого человека, то вот это должен, он воспринимает хорошо бы, он с радостью пошел бы в земле поковырялся, и с радостью бы сделал и то, и другое, и третье, и деревья бы там насадил, и огородик бы взрастил, и поливал бы его, и ухаживал за ним, потому что все это он умеет. Иначе, если мы не говорим «проварный», тогда ничего не понятно. Но мы-то говорим «проварный» сейчас. А если мы говорим про воинов,
а это уже все-таки относится вот к витязям поближе, то витязь прошел стадию и тружеников, и весей. Он умеет и себя обеспечить, и других обеспечить, и упорядочить мир, и упорядочить пространство. Он умеет, значит, заниматься и самообеспечением, в частности, и огородом, и деревьями, и чем угодно, и детей растить. На детей-то, я уверен, хватит возможностей. А вот по поводу там огорода и всего остального, здесь уже под вопросом. Но уверяю вас, любой человек, который достиг какого-то высокого уровня совершенства, он с огромным счастьем, огромной радостью будет копаться на своей земле и что-то делать, свободное от труда и занятости время. Вот как-то так. Следующий вопрос от Леры. Значит, в любой варне, то есть семье, могут родиться дети из другой варны? И как тогда распознавать эти варны? Ну, как распознавать эти варны? Есть несколько методик. Просто сейчас я не буду их касаться. Просто скажу, что методики есть там по устремлениям детей, по определенному даже строению тела там определяется. Потому что ну, для меня там и определенного уровня ведающих это достаточно, в общем-то, легко. И к 3 годам там определить варновую составляющую, несколько раз посмотрев на ребенка, можно практически со 100% результатом. Вот. А так, чтобы самим как-то определять, просто любите свое чадо. А что проявится там условно к 3-5 годам, уже будете видеть более четко, при условии, если сами там в той или иной степени стремитесь к изучению веды. Я, наверное, так пока сокращу этот ответ. Угу. Еще хочу дополнить, Лера, иногда бывает так, что в род опускаются очень высокие сущности, высокие очень люди по своему развитию варновому, для того, чтобы внести некую корректировку или в род, или в семью, в данном случае, вот если мы про семью говорим, или в какой-то, на какой-то местности что-либо реорганизовать и переделать. Так что, как говорится, пути Господни неисповедимы, да, у нас немножечко другая поговорка. Но так или иначе, все равно, если мы говорим о том, что в любой семье, в любой варне могут родиться дети с другой варны, да, могут. В одном случае это могут быть как корректоры, как какие-то родоначальники, может быть, или изменяющий род, или наблюдатели. Или же наоборот, для того, чтобы вы что-то делали, будучи в высокой варне, вы что-то делаете недостойное, но получите результат, вам тогда дается возможность испытать в жизни все то, что вы, чего вы достойны. Следующий вопрос в эфир. Ну, то, Алексей, дай секундочку. Ну, то, что я и говорил, да, род может быть на восходящем потоке, может на нисходящем. И, соответственно, с этим точно так же могут воплощаться и условно более низкие сущности и более высокие. Вот. И правильно, и может быть схема и корректировки, и схема родоначальника, и по большому счету, как я сказал, так как безусловно, благих родов у нас сегодня практически нет, поэтому вышние приходят так, как им удается. Вот и все. Через те ворота, которые открываются. Аркуинон следующий вопрос задает. Сурьяр, каковы методы и способы смены с нынешних высших постов руководства, тружеников и весей, а поставить витязей и ведущих? Сколько времени на это нужно при самом скромном раскладе? Аркуинон, да ты революционер. Да, бунтарь, не побоюсь это слово, бунтарь. Да. Ну, как сказать, мы не призываем никаким насильственным мерам, мы просто занимаемся в данном случае пока даже просветительской, а еще не образовательской деятельностью. Просто в какой-то момент, а этот момент, я думаю, не за горами, я даже скажу более того, я уверен в этом, когда наше миропонимание станет как бы основополагающим для активной части населения. И тогда этот вопрос проявится сам собой, потому что способы определения как тех, которые способны к высшей управленческой деятельности, слава богам, в общем-то, нам открыты и переданы в достаточно большой степени. Алексей? Дело в том, что качество иногда порождает качественное количество,
И вот тогда это качественное количество переходит на новый уровень качества. Если вы изменяетесь в лучшую сторону, то мир меняется в лучшую сторону, и ваше окружение, то бишь общество, тоже меняется в лучшую сторону. Общество достойно того руководителя или тех руководителей, которых оно достойно. Поэтому нечего пенять на кого-то, достаточно посмотреть в зеркало. Как вот подходил в свое время, помните фильм «Собачье сердце», да? Подходил Шариков, смотрелся в зеркало, со свечкой стоял и думал там, кто он такой, там всякие мысли у него. Вот почаще надо подходить со свечкой, смотреться в зеркало и представлять себя, а достоин ли я, как индивид, интересующийся нашей древностью, того, чтобы я жил в державе. Что я сделал для того, чтобы я жил в державе? Что я сделал для того, чтобы мир стал лучше? Что я сделал для того, чтобы правители были именно теми, кем я их хочу видеть? Вот давайте с этого начинать. И чем больше качества у вас будет это проявляться, тем менее болезненно будут все изменения. И тем быстрее это все будет происходить. Начинать надо всегда с себя. Даешь кому-то задание, ты должен уметь это задание делать. То есть как раз о чем мы говорили. Тот, кто дает задание, должен четко знать, как это все выполнить. Если он сам это не проходил, а просто так в теориях представляет, то никакого управления не получится, задание будет разрушено. То же самое здесь. Управление сверху – это проявление вашего отношения к жизни, вашей жизни. Какое оно есть, такова и ваша жизнь. Меняйте жизнь, меняйте количество, улучшайте качество, и все будет хорошо. Никаких революций нам не нужно. Наверху сейчас серьезный кризис. Не только в России, по всему миру. Кризис. Эти люди, которые сидят наверху, они хватаются за голову, они не понимают, что происходит. Потому что сейчас все идет кувырком. Реальные управленцы, которые держат реальную систему власти, реальную систему денежных потоков, они пытаются старыми методами, а уже они не действуют. Старыми методами управлять, не действуют. Естественно, то подчинение, которое в разных странах находится, оно тоже не может нормально себя чувствовать. Сейчас стоит вопрос, что делать? Или быть сметенным всем, чертовой бабушке, в прямом смысле этого слова, либо все-таки как-то эволюционировать, подниматься. А эволюционировать можно только на тех устоях, которые проверены тысячелетиями, многими-многими тысячелетиями. Вот к этому сейчас многие доходят. И поэтому начинают обращаться и думать, а как нам быть, что делать? Друзья, подскажите. Реально? Это так оно и происходит. Но, естественно, они не стучатся в первую попавшуюся дверь. Они идут к тем, которые люди, ну, как-то светятся здесь, о чем говорит Сурияр. Такие светлячки появляются, начинают приходить. Но есть, конечно, те, которые приходят, начинают там попугивать сначала. Это такие низкие, проверка на вшивость точно называется. Ну, вот это надо все учитывать. Ну, меняется все. Ну, наступило утро, ну, хочешь, не хочешь, ну, просыпаться приходится. Ну, солнышко печь на лысину начинает, понимаете? Вот. Так что надо или лысину убирать, или от солнышка как-то там загородиться, зонтик раскрыть. Но все равно что-то делать надо. Следующий вопрос. Из Мытищ Владимира. Сурьер, как мне применить знания о варнах в быту, например, при посещении магазина или на работе? Ну, практически такой вопрос, согласись, да? Так, что мне делать? Пришел в магазин, а я так... Я пришел в магазин, а чувствую я как бы Витязь или Вой. А тут охранник меня не пускает, да? Вот как мне... Ты так ему как дал с ноги, да? Есть, говоришь, ты понял, кто, и пошел дальше. Поэтому это же как бы вопрос, он такой, отвлеченный. В каком ключе? Потому что ты, исходя из своей варновой составляющей, которая в тебе там в той или иной степени проявлена, и, возможно, ты ее достаточно четко осознаешь, ты в каждой ситуации будешь ее проявлять. Поэтому, если ты руководитель, на, как ты говоришь, на той работе, куда ты приходишь, значит, ты будешь выстраивать как-либо. Если ты Веся, ты будешь выстраивать то. Если ты Витязь, ты будешь выстраивать немножко другую систему. Если ты ведающий, то, скорее всего, ты займешься вообще чем-то третьим, даже не будешь ходить на работу. Вот и все. Поэтому тут не как бы сейчас я могу там описать, как вот я говорю, ну вот примитивно, да, пришел в магазин, охранник тебе на нагрубил, ты ему там в челюсть или по печени дал, и все, говоришь, видишь, как настоящие воины поступают практически, Витязь. Ну и все, дал ему урок жизни и справедливости, и пошел дальше. А может быть, как сказать, еще что-нибудь, проявлений по этому множество, и
как, опять же, как мы описывали, с одной стороны стихи, с другой стороны уровень постижения основ миропонимания определяет ход любого человека. Вот и все. Ну, конечно, я не призываю там охранникам давать пятак с ноги. Ну, это я говорю, да, потому это... что такой примерно вопрос, там не в плане, он не может этот вопрос там получить четкий ответ. Почему? Либо нам надо разбирать каждую ситуацию и объяснять, почему это свойственно Витязю, почему это свойственно Весе в этой ситуации, почему это свойственно труженику, опять же, в этой ситуации. В каждой ситуации каждый проявит себя по-своему. Плюс ко всему еще масса есть вообще личностных индивидуальных. Потому что если ты родился с такой товарной составляющей, допустим, тружеником, ну, жил все время среди весей, да, там какие-то качества ты в них воспринял, и вторая твоя варновая составляющая тоже активировалась в том или ином ключе. Поэтому тут нет ни однозначного, ни прямого ответа в данном случае на этот вопрос. Алексей? Да, поэтому в каждой ситуации, когда вы становитесь уже ведущим человеком на своем уровне, то в этом случае, конечно, вы не будете в пятак никому стучать, вам это просто будет не нужно, оно не будет так получаться, не будет необходимости это делать. Все очень просто. Вот здесь Аркуин пишет: «Меня, наверное, приняли за бунтаря, чужие лавры не к лицу, я вовсе не призываю к революциям, к эволюциям, особенно к чему сие приведут. Просто хочется жить по-человечески, а не выживать на 3 копейки. Будем жить по-человечески, не будем выживать, будем жить, созидать и так далее. Но к этому надо прийти. Никто не говорил, что все будет очень просто в этой жизни. Иначе бы не оказались мы здесь». В это время. Так, следующий вопрос от Олега из Иркутска. Сурьер, являются ли грехи, поступки, отступления от кона, обычаев одинаковыми по степени ответственности по варнам? Или что, можно Юпитеру, то нельзя Марсу? Ну, как бы вот в индийских ведах, там одно из, ну, как бы в части какой-то ветки, есть такое как проявление. Брамин выше закона. Ну, вот такая, как с одной стороны, схожая фраза, а с другой стороны, она как бы имеет под собой определенное основание, потому что, как я говорю, созидают систему и дают коны, поконы родам, все-таки ведущие. Поэтому, когда что-то пришло, там какой-то элемент, ведущий может сказать, что этот покон должен быть изменен. Это один вопрос. А другой вопрос, как получается по грехам, ну, это тоже вопрос большей частью сугубо индивидуальный, потому что, да, кому-то по наработкам, там, по это, он может уравновеситься с достаточным, потому что мы, как бы, любой из нас сущность многоплановая, многоуровневая, и как бы вышние твои точки там на самый. Каждый из нас несет в себе всю полноту проявления рода. И точно так же, почему к одним за одно деяние приходит вот такое там условно наказание или наставление, а другим вроде бы ничего. Почему? Потому что как бы согласно ведической традиции, да, то, что ты свою благость нарабатываешь, и благость твоя, она, в общем-то, восходит и там сохраняется. Но ты ее точно так же, как собирать, так же можешь и расточать, вот, совершая неблаговидные поступки. Поэтому тут, я говорю, это все сугубо индивидуально в данном случае. Алексей? Угу. Хорошо. Следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Вот слушаю вас. Алексей, да. Наверное, мы вот последний вопросик, просьба к тебе, разберем и уже будем, потому что как я в другом временном поясе нахожусь, и тут как бы выпадают. Уже выпадаешь, да? Ладно, да, хорошо. Да. Ну, и давай. Ладно, я понял тебя, да. Еще остались неразумные вопросы. Давайте я просто их пришлю тогда, ну, мы, да? Да, да, пришлешь, и а там посмотрим. По возможности мы их разберем все равно в следующих беседах. Я там хорошо, не отказываюсь. Ага. Зачитываю вопрос от Владимира Змытищ. Вот слушаю вас и думаю, по порядку читаю, не выбираю. Вот слушаю вас и думаю, какие же ребята молодцы, правильные речи говорят, и мысли огромные, глубинные, и силы объясняют.
Но почему же у нас в обществе такая помойка происходит? Где сидит тот гад, который из обычных людей делает свинских идиотов? Это вопрос или уже изложение? Ты знаешь, это вопрос в виде изложения, изложение в виде вопроса. Да где же сидит тот гад и так далее? В общем, почему же так-то все хреново у нас? Да нет, оно, во-первых, слава богам, не так все хреново, потому что мы живы, значит, имеем возможность преобразить свою жизнь. Это с одной стороны. А с другой стороны, просто, как я сегодня не зря коснулся темы о инородных ведающих, они делают это из-под воль, и как бы гадом одним это не назовешь, потому что у них своя корысть, и они исследуют. То бишь, они потихоньку искажают наши смыслы из колена в колено, из поколения в поколение. И в какой-то момент мы проявление темной разрушительной нави воспринимаем как само собой разумеющееся. Если есть такое понятие, окна Авертона, там многие, наверное, слышали там в интернете, это когда постепенно у человека размывается четкое восприятие окружающего мира и там нравственная составляющая. И там, если вчера это было неприемлемо, то сегодня там приемлемо с небольшими отклонениями. А завтра становится уже нормой. И вот эти вещи точно так же прошиты, а так как мы не имеем своего понятия полноценного, большинство из нас, утрачено оно. Мы, потому что либо у тебя есть антивирус, так называемый ведическое миропонимание, которое определяет и направляет тебя по жизни, ты, естественно, разрулишь эту и разгонишь тьму и морок вокруг себя. Если же нет, ты открытая система, и тебя будет загружать кто угодно. Вот и все, такая система, Алексей. Угу. Ну что ж, вопросы все перестаем зачитывать. Давай, наверное, уже заканчивать сегодняшний наш эфир какими-то добрыми пожеланиями, напутствиями. Потому что на самом деле там разница, я так понимаю, часа как минимум 2, а то и 3 с московским. Нет, 2 часа, да, поэтому тут я говорю, как бы, так как нахожусь не на своей территории, немножко хочется мне пожалеть людей, которые там предоставили кровь. Хорошо, помогать. Благодарность этим людям. Ну, давай от себя тогда в заключение. Хорошо. Ну, по большому счету, сегодня, по моему мнению, на мой взгляд, погруженный, как бы со стороны, может, выглядит это несколько иначе. Мы сегодня очень широко и ладно разобрали ту тему, которая была заявлена. Так у нас было пошире, но сегодня уж как сложилось, так сложилось. Всегда разворачиваем, потом никак нам не свернуть. Оно и не надо, потому что лучше в данном случае лучше меньше, да лучше. Лучше мы одно понятие разберем достаточно глубоко, нежели мы будем их складывать друг на друга в малопонимаемом виде. Поэтому всем родовичам советую и рекомендую и желаю слушать, с одной стороны, Славянское радио, а с другой стороны, находить способ соединяться друг с другом в общем деянии, поддерживать своих ведающих и поддерживать своих родовичей в благих начинаниях. Вот. Потому что, ежели, как я говорил, у нас не будет своих ведающих, значит, нами будут, нашим миром, нашим мировидением будут управлять ведающие чужих родов. Поэтому ищите достойных и находите способ, в общем-то, помочь им преобразовать наш мир. И сами постигайте веду в постоянном режиме. Это все, Алексей. Благодарю тебя за очень хорошее заключение. Я тоже от себя буквально несколько фраз ставлю, что в этом мире здесь вы можете быть кем угодно. Волхвом, жрецом, витязем. На очень-очень высоком уровне. Но на таком высоком, что вообще не подступиться к вам. Что вот задираешь голову, шапка спадает. Но имейте в виду, что золотой путь восхождения, он предусматривает развитие на разных землях, в разных мирах, измерениях и так далее. И вполне возможно, не исключайте этой своей жизни, что
имея статус на этой земле, знания на этой земле и все прочее, прочее, прочее очень высокого уровня, вы будете отправлены на повышение квалификации в другой мир с другими измерениями, на другие земли, где ваши знания, волховские служители, ведуна, витязя, будут там на таком низком уровне, что вы даже, может быть, будете не дотягивать до труженика, что вы придете в тот мир, ну, скажем так, смердом. Вот поэтому никогда не гордитесь своими достижениями здесь, а думайте о том, что вы возьмете с собой туда. Это, на мой взгляд, более важно и более практично. И никогда не думайте о том, и тем более не втягивайте в суждения других, что не может принести пользу для ваших родов, для державы, для вас лично в вашем развитии. Не уходите в глубины, которые вы сейчас не сможете познать. Вот такое пожелание с моей стороны. Напомню, что сегодня у нас 7 апреля 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 37-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета седмица. Те, кто отмечает старинные праздники, тех поздравляю с Днем Митры Спасителя. Мы говорили в эфире на тему, что такое варны и как они проявляются в людях, очень-очень подробно раскрыли, благодаря Сурьяру, благодаря вашим интересным комментариям, вопросам, которые проявляются в чате Народного Славянского Радио. И мне остается только с вами попрощаться, напомню, что вам было, с вами было Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. До новых встреч, услышимся. Славянское радио для пытливых умов.